Сьогодні у програмі. Ревізор! 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 Здравствуйте. Посмотрите, какая грязь. Нові розчарування. Но это похоже на мышиный помет. Нет. О, Боже! Блін! Нові несподівані знахідки. Чек. Целлофановий пакет. Господи! А ты чего? Это истерика, не переживайте. Нова професія. Зачем я ходил в університет, если я должен чинить унітази в туалеті? Та не пропустіть супермаркет Слайга. Если вас интересовало, как выглядит ад, вот это он. В нем все смешалось, тут все грешники. Биток «Три богатыря». Вот из каких богатырей сделали биток? Нет, я знаю. 47 ценников на одном морозильном шкафу. Тут можно играть что, где, когда. И ты не угадаешь ни что, ни где и никогда. Коваль – місто залізничників і найбільший на Західній Україні транспортний вузол. Волинське вікно до Європи. Щодня тисячі транзитних пасажирів прямують повз місто за кордон. А от туристами Коваль не розбещений. Хоча найвищий в світі пам'ятник Шевченкові знаходиться саме тут. Жити тут красиво і затишно. А от чи безпечно і смачно – це з'ясує ревізор. Ми у Ковалі вперше. І роботи – не початий край. Ревізор в Ковелі. І от це отель «Наше місто». Готель «Наше місто» знаходиться майже в центрі Ковеля. Відгуки переважно позитивні. Сподобалось все неочікувано, гарний номер. Все просто, ідеально. Рекомендую. Із плюсів – великі номери, чудове обслуговування. Один мінус – біля готелю є кафе, працює воно до третьої ночі. Відповідно, в номерах готелю, вікна котрих спрямовані до дороги, дуже голосно. Спати можна тільки під допінгом. Рекомендую всім готель «Наше місто». Чисто, просторо, приємно і, головне, комфортно. Хочу запросити команду ревізора у готель «Наше місто». Місто Ковель. Будь ласка, перевірте його. Между прочим, самое большое количество приглашений на ревизию мы получили именно в этот отель. Вы нам писали, придите и проверьте его. А вот мы и приехали. Пойдемте поживем. Здравствуйте. Вы администратор? Нет. У вас написано Татьяна Покуївка. Татьяна, администратор есть? Да. Позовете? Между прочим, у отеля рейтинг на сайте booking.com 8,7 из 10 возможных. Неплохой. Может, до рейтингу еще и табличка ревизора додастся? Тут написано, у нас не курят, фотосъемка запрещена, видеосъемка запрещена. Но это не для нас. Нам закон дозволяет. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы администратор? Да. Вас как зовут? Галина. Галина? Да. У вас на бейджи написано Зинаида. Робочий псевдонім? Ой, боже, боже, вибачаюся. Галина Зинаида. Я буду називати вас так. Чому вас не було на робочому місці? Я ходила вечеряла, а на моєму місці був Лапа Куєвичка. І довго ви ужинаєте? Ні, от тільки перед вами спустилася. Ми вам помішали ужин? Ні, все добре. Ну, извините, если помешали. Скажите мне, сколько у вас стоят номера? Вот прейскурант. Так, так. Стоимость проживания в отеле. А чи знает администратор вартість номерів? Обычный стандартный номер на двоих сколько стоит? Стандартный двухместный номер, ну, два окремих ліжечка коштує 280 гривень. Если две кровати вместе дороже? Якщо двохспальна, це рахується однокімнатний на півлюкс 300 гривень. Хорошо, и самый дорогой номер у вас? 420? Це 490, трехкімнатний люкс. Молодчина, не помилилась. Скажите, что входит в стоимость проживания? Завтраки? Сніданок у нас не входит в проживание, коштує 35 гривень. Номера свободные есть? Ні, немає. Для нас это не проблема, наш тайный покупатель уже был в отеле, и ключи у меня в кармане. Поэтому я пойду в номер. Лифт есть?
Ні, немає. Спасибо большое. Будь ласка. Идемте в номер. Потрібно, звертайтеся. Хорошо, спасибо. Идемте. Смотрите, какие люстры кованые, такие красивые. Картинка висит на открытой кирпичной кладке, и это оригинальная кладка. Интересно, старое здание? План эвакуации в случае пожара есть. И мой номер 32. Самый угловой. Стрелок указателей нет, но разобраться в принципе несложно. Номеров не так много. А вот и 32 номер. Идем на ревизию. Мы находимся в отеле «Наше Мисто» в городе Ковель. И мы сегодня проверим номер на двоих за 300 гривен. Давайте начнем ревизию. И начну ее сразу с окна. Подоконник огромный. Сейчас проверю его чистоту. О, на подоконнике ни пыли, ни грязи никакой нет. На него, кстати, можно даже лечь. Занято. Додатковое спальное место. Господи, в этом чуде можно запутаться. Нитки в лицо. Загрался я, котик. Пыли на карнизе нет. На потолке следы чего? Это что, кто-то так вот пальцами кто-то делал? Барабашка. Шлакоза рогата. Кстати, лишний воздух не помешает. Я слышу поезд. Вадим, до вокзала 1.5 километра. Это не поезд, вокзала, это грузовик. А до автовокзала еще меньше. Сон у тиші стає все примарнішим. Слушайте, это всю ночь так с грузовиком спать? Ну або під звуки потягу. Да. На батареи пыли нет. Штора. А штора внизу с оборками. Смотрите, такая модная. Зеленого цвета тортилла. Из этих оборок сложно пятна искать. В 85-м году была такая штора модная. Модная в стиле тортиллы. Тортилле было 300 лет, между прочим. Все вокруг казалось дивным, перестая тому назад. Прикроватная тумба. Сейчас ее достану, чтобы посмотреть, что в ней. А внутри чистой пыли никакой нет. В подвижном ящике мелкие крошки. Мабуть, покоївка їх не помітила. Тумбочку верну на место. Что это за электропровод какой-то идет? А, это от светильника, я понял. Просто взяли, воткнули провод в розетку, примотали там изолентой, так и оставили. Але це небезпечно. Може і струмом вдарити. Покажи мне, пожалуйста. Пожалуйста, вон. Ревізія очима оператора. Может, надо объяснить, что Андрюша у нас оператор крупного плана, поэтому ему нужно все да, видеть поближе. Андрюша, видно, что он крупного плана оператор. Смотри, как наел. Крупный план. Так, достаю прикроватную дорожку. Иди сюда. А чего ногой достаешь? Она привыкла, что с ней только ногами. Сейчас посмотрим. Ну вон, крошки с нее сыпятся. Сейчас на паркет все стряхну. Что, видно? Ты знаешь, грохота никакого нету. Ну, грохот – это кольца должны драгоценные сыпаться. Волосы и пыль. Все, что живет в этой дорожке. Не пылесосит. А мали б це робити. Это уже товарные вагоны. Это Ковель-Львов, я его знаю по звуку. Вже вивчив. Тут за ночь, я думаю, все товарники выучишь. Я люблю изучать расписание поездов по ночам. Зачем спать? Щоб заснути, хтось рахує овець, а ревізор – потяги. Мини-бар, он же холодильник. Большой, высокий. Присяду. Стоимость товаров в холодильнике. Вода 14 гривен, пиво 16, шампанское 85. Провожать поезда с шампанским – это же романтика. Тем паче, что заснуть при таком шуме все одно не вдасться. Что предлагают в мини-баре? Хотя мини-баром это сложно назвать. Это такой миди-бар. Среднего размера. В нем шоколад, жвачки, сок. Кстати, тут написано какие-то... А, вина нужно заказывать у администратора. А шампанское?
Все для тебя. Хочешь? Ни грамма на работе. В холодильнике, между прочим, чисто. И снова потяг. Ну, с открытым окном спать тебе будет тяжело, громко. Послушай, у тебя есть опыт комнат на вокзале, как минимум дважды, а может уже и трижды. Ты сейчас просто сказала хамство, знаешь, такое, типа, у тебя есть опыт комнат на вокзале. Да, опыт большой. Пригадаємо, наприклад, готель у Чернівцях. Собирайтесь ехать в Чернівці в отеле вокзал. Вы узнаете, когда, какой поезд приходит и куда он уходит. Я приехал в Ковель, надеялся, что я не буду жить на вокзале. Сюрприз! Но вокзал нашел меня. Телевизор любят двигать. Смотрите, как потерлась тумба. А любят ли его включать? Судя по грязному пульту, любят. Рядом с кнопками липкие пятна. Давненько він не бачив руки прибиральниці. Включайся. Пока ты включаешься, проверю пыль. На телевизоре пыли нет. Так. А, ну-ка, интересно, где новый канал? Белорусский канал есть. А мы немного ведаем по-белорусски. Да, сябры? Мы знаем, что вы нас смотрите. Калі ласка, дивіться провізор на новому каналі. Заради шанувальників і білоруську згадав. Слушай, це вже 66-й канал, я не можу знайти. Телевизор работает, но ничего интересного не показывает, потому что нового канала нет. Сумна знахидка. Под телевизором у нас что? По-моему, это пыль. Да, это пыль. Я поставил на ней крест. Под телевизионной тумбой волосы и пыль. В этом номере нет места, куда поставить чемодан. Вот приезжают люди, чемодан сразу сюда, к стенке, и все. И вот весь плинтус и побили. И пятно на обоях оставили. Может, это частина декору? Просто один раз по голове и все. А работать становится лучше. Душно в номере, чудовищно, при том, что окно открыто. Яка турботлива. Вадиму с шефом пощастило. Я просто хотел сказать, что каждому мужчине нужна пахальщица. Пахальщица. Пахальщица тоже нужна. Нюсенька, спасибо, но ты устанешь. Итак, стаканы. Неудобно рассматривать на них пятна, но они видны. Со всех сторон стаканы не домывают. Дима, а у тебя окна на автомойке? Я это увидела в перечне услуг. В проспекте отельном. У меня окна на все, я понял. На ЖД вокзал, на автовокзал, на автомойку. All inclusive по-ковальски. Салфеток тут раз-два и обчелся. Так странно, что вообще здесь делают салфетки? А это стаканы протирать. Они же у вас грязные, вот вам три салфетки. Протирайте стаканы перед пользованием. Вот вам и комфорт. Для двоих за 300 гривен. А стол такой, ого, и не подвигаешься. У него мандраж. Зря нервничал, жвачек нет. А вон и обои порваны, чем они прорваны? Можно лише здогадуватись. Вот чем, стулом. Большой черный. Вот посмотрите, какая грязь от стола осталась на обоях. Черная митка для прибиральницы. А как называется цветок, изображенный на картине? Ума не приложу. Кто первый скажет, как называется этот цветок? Ну? Тот получит приз от Ани. Виртуальный поцелуй. Пыль. Ну, за цветами не ухаживаю. Кстати, отлично подойдет по размеру к столу. Закрыть дырку на обоях можно картиной. А теперь что? На обоях след от картины остался. Обои раньше были нежнее. А теперь вони с брудным принтом. Посмотрим, какое состояние постели. На наволочке пятно. Где? Вот. Фу, очень жаль. Такая эмоция, такая, фу. Просто очень жаль. Ну, это же профессиональная отельная постель. Да, а вот эти вот пятна, это беляш.
Потому что с него всегда сочится жир. Ну хорошо, может быть чебурек. Что с подушкой? Подушка гипоаллергенная, это хорошо. Но пятна встречаются. И це вже не добре. Поможешь мне? Да, конечно, помогу. Вірна помічниця. Одеяло такая шахматная доска. Я тоже с небольшими краплениями. Раз, да. Ты ходишь белыми? Артейку. Ходишь белыми? Да, и выигрываю. Здається, Вадим готовий до шахового батлу. Простыня. С волосом. Пятен никаких я не вижу на простыне. На матрасник. И пятнышки. Еще один волос. Такой же. С той же женщины. Или с того же мужчины. Подарунок от попереднего гостя. На матрасе небольшое кровавое пятно. Что это такое? Есть же на матрасник. Он должен впитывать в себя пятна. Это что, на матрасник не каждый раз лежит? По праздникам, по выходным? Или пропускает. Или просто он очень тонкий. Нет. Он с такой пропиткой, что он ничего не пропустит. Прорезиненный? Да. Так, и что у нас с обратной стороны? Вон пятно. И вон пятно. На матрасник не спасает, и вот... А вот еще след мокрой печати. А вон еще и дырка. Вот откуда здесь дырка в нем? Тут же ни крепежей никаких нет, ничего. Вот, ну почему дыра в матрасе? Мышка. Сподеваемость, что не. Тут сломана ламель. Ла-ла-ла-ла-ла. Вон она. Кто-то очень много ел. Или дети прыгали. У будь-якому випадку ее необхідно замінити. Под кроватью. Нашел один скудный волос. Пыли грязи нет. Ну вот там растоптана жвачка. Эту жвачку никто не убрал. Для кого ее залишили? Не зрозуміло. Идемте дальше. А шкафа нет. Есть только небольшая прихожая, и в ней две одинокие вешалки на двоих. О боже! Это авария железнодорожная? Нет, это просто приехал товарняк. А, ну если это просто приехал, прибывает. Тогда нормально, да. Это же вообще какой-то трындец, реально. Как будто поезд сошел с рельсов и въехал в самолет припаркованный. На вешалке сверху пыли нет. Только того и гляди, эта корона отпадет. Надійність меблів залишає бажати кращого. Зато есть зеркало в полный рост. На полке под зеркалом пыли никакой нет. Круто. Написано, курить в номере запрещено. А штраф какой? Штраф – стоимость проживания или выселение из отеля. Ого! Все серьезно. Первый раз такое вижу. Ванная. Санузел в коричнево-желтых тонах. Шумный. В номере не отдохнешь, там железнодорожный вокзал, тут турбина вентилятора. Хоть бы баруши уже гостям выдавали. Аня, для тебя есть мини-косметика, хочешь? Хочу, есть, да? Да, много. Дайте, пустите. А до полички не так уже легко и дістатись. Шуточки у вас. Яке розчарування. Что это? Ты посмотри на этот бэушный шампунь. Какая-то использованная уже, что? Мятая перемята, есть два саше. Шампунь и гель для душа. Есть надрез, чтобы удобно было рвать. Нет ощущения, что это твой индивидуальный набор, правда? Все, два мятых пакетика. Гелем и шампунь. Не разгуляешься. А это что? И мыло. О, здесь полный дозатор мыла. Тут хватит на неделю, а может и на месяц. А в душе, кстати, мыла никакого нет. Доведеться с дозатором носить жменьками у душ. Так, на полке пыли никакой нет. Сверху над лампочками пыли тоже нет. Вентилятор зато забит пылью. И цим доведеться дыхать. А у унитаза упадок сил.
кнопка завалилась. Не дави на меня, говорит он. На сливном бачке пыли нет. Лента о дезинфекции вроде новая. На крышке унитаза никакой грязи нет. Унитаз подтекает, слышно. Тут все музыкальное. Унитаз журчит. Поезда стучат колесами. Ще й вентилятор гучний. Но в труднодоступных местах вымыт он плоховастенько. Можем сливать? Да. Извините, я чуть задумался. Я засмотрелся на воду. Вот, он не работает. А вот как сливается. Неочікуваний сюрприз. Посмотрите на состояние этого сливного бачка. Просто посмотрите на него. Он в грязном налете и ржавчине. И поломанное вдобавок. Не дивно, что злив не працює. Как его собрать теперь? Этим я займусь ночью. Цікаво, чи вдасться його полагодити? Держатель с рыбками. Очень красивый. Держатель от времени поржавел. А рулон туалетной бумаги был начат до меня. Мабуть, поки гості весь не використають, новий не повісять. Йорш! Ой. Так что, нормально, Йорш? Я мне просто не видно, мне нужен свет. И ножкой, ножкой, что ты ножкой? Я тоже могу ножкой ершов. Да? Спасибо. Ерш воняет, утверждает Андрей. А так и не скажешь. Говна вроде бы нет. Ревизия бывает и такое. В мусорном ведре пакет недавно поменяли. Ой. А ты чего? И снова втраты. Это истерика, не переживайте. А чего ты снимай? Ты успокоился? Слава богу. Так вот, что я хочу сказать. Мусорный пакет недавно поменяли. На него иногда находит. Истерика в санвузле, мабуть, уже від втоми. Проверим перелив в раковине. Так что у нас тут? Уф. Там грязь, ее много. А чи працює кран? Подплевывается, гад. Горячую воду дашь? А, горячую воду дал. Хоч щось хороше. Полотенце чистое. Полотенец аж две штуки. Банных аж ноль. То есть либо вытирать руки, либо тело. Выхода другого нет. На душевой кабине сверху немного пыли, совсем чутку. Дверцы ездят хорошо. Лучше бы они вообще не открывались, потому что в углах вдоль стыков вот это черное – это грибок. С внешней стороны вот лопнул пластик. Тут все в известковом налете. Смотрите, вон сколько его. Добряче цю кабинку життям побило. Внутри душевой кабины. Ой. Это клака из старых волос. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я попытаюсь это слить. Ой. Ай, ну на меня течет. Цей стик забитый намертво. Все. Как его принимать, не знаю. Над раковиной можно мыться. Хочешь быть чистым? Выкручивайся. Санузел тоже не порадовал. Тут и грибок начинается, и в вентиляции пыль. А в стоке лучше не вспоминать. Я вам предлагаю уже идти к себе в номера, в свой отель. А я останусь тут с унитазом разбираться и порядок наводить. Я не гарантирую, что я его сделаю. А по ночам он превращается в сантехника. Мечта. Угу. Чао. Пойдем. Пока. Ну выходи, выходи уже, хватит снимать. Ну что, все ушли, а я теперь займусь унитазом. Интересно, что-нибудь получится или нет.
Унитаз подтекает. Вот, он не работает. А вот как сливается его. Посмотрите на состояние этого сливного бачка. Как его собрать теперь? Этим я займусь ночью. Так. Зачем я ходил в университет, если я должен чинить унитаз в туалете? Унитаз работает. Вот так представьте себе, приезжаете вечером в отель, вы уставшие с дороги, вы хотите в туалет, и это абсолютно нормально. Приходите, а у вас в руках остается пол цветного бачка. Ладно, я еще более-менее понимаю, как его починить. Но любая девушка понятия не имеет, как к нему подойти. Что делать? Думаю, что завхоза в такое время в отеле нет. В ритме земною ездо. Пойду переоденусь и буду ложиться спать. Ну что, ложусь спать. Увидимся завтра. О, господи. Нет, ну спать же так невозможно. Тут слышен вот весь шум, который только может происходить на улице. Вот просто весь. То едут поезда, то шумят грузовики, то хлопают двери, разговаривают люди. Впечатление, как будто я на рынке, уже до вокзала, и вот я посередине, между этих двух огней. Кровать, скажешь, что удобная, нельзя. Когда ты просыпаешься от шума и начинаешь крутиться в кровати, как будто лежишь и играешь на ксилофоне. Слушайте сами. Вот так вот. Но зеленые шторы от солнца защищают никак. То есть, если на улице солнечный день, в номере светло. Вот теперь мне виден ЖД вокзал, железнодорожные пути. Вон трактор стоит. Прямо под окнами парковка. А вон вдаль уходят поезда. Час приймати рішення. Ревизор проверил отель «Наше место» в Ковеле. Экстерьер. Отель находится рядом с железнодорожным и автовокзалами по адресу улица Железнодорожная, 3А. Интерьер. В стиле городских отелей 19 века. Кованые светильники, кирпичная кладка, деревянная мебель, фотографии старого Ковеля. Цены. Стандартный номер стоит 300 гривен. Обслуживание. Администратор Галина доброжелательно, она без заминки ответила на все мои вопросы. Я переночевал у вас и не выспался. Кровать жесткая, со скрипучими ламелями. В номере душно, приходится открывать окно, а из него слышны шум товарняков, объявления с вокзала, разговоры на улице. Чистота. На поверхностях пыль вы протираете, но в тумбочке нет. На дорожке мелкий мусор. На столе я нашел два неотмытых стакана. Под кроватью чисто, но я нашел старую приклеенную к полу жвачку. На постели небольшие пятна. На матрасе кровавый след. В ванной унитаз подтекает и недомыт. Кнопка слива не работала, и мне пришлось чинить ее ночью. В душевой кабине известковый налет. Черный грибок уже появился по углам. В стоке кабинки старая грязь, жир и чьи-то волосы. Генеральную уборку
по номерам провести нужно. А пока ревизор не может рекомендовать отель «Наше Мисто» в Ковеле. Ревизор в Ковеле. Вот это медицинский колледж. Здесь готовят будущих медиков. А вот тут они едят в этом кафе под названием «Медок». Хоча відгуки студентів різняться. Дуже подобається кафе. Низькі ціни, смачно. Обична столовка. Нікакое це не кафе. Попахивает савдепом. Їда невкусна. Постоянно там їм на переміні. Іноді готують вкусно, іноді нет. Мало міста. Ідемо на ревізію. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Вадим Абрамов, ревизор. Приехал к вам. Пожалуйста. Там кто-то хохочет. Приятно, когда встречаются с посмешкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Вас Оксана. А вас? Коля. Очень приятно, Оксана, Коля. Да, привет. Здравствуйте. А вы повар? Да. Вас как зовут? Наташа. Очень приятно. Давайте посмотрим, что у вас тут происходит. Давайте. Плита у вас чистая, и саму плиту протерли, и нагревательные панели тоже. Похвально. Давайте посмотрим на вытяжку. Внутри она чистая. С внешней стороны. Пыль. Наверное, плохо протерли. Так и е. Как часто вы их протираете, Наташа? Ну, стараемся каждый день, но... Но не всегда получается стараться. Да. Самокритично. Что у нас в желобках? Опять грязь. Опять 25. Вижу. Но на чьей это совести? На моей. Вы одна здесь работаете? Ну, да. Вы каждый день? Заболела. Да, заболела. Но есть вторая смена, да? Да. Угу. А кто убирает на кухню? Мы все вместе убираем. Ретельніше треба. Пользуйтесь духовкой. Нет, верхнюю часть мы используем плиты, а нижнюю нет. Тут гарь. Тут ржавчина. Зачем это у вас стоит? Персональное имущество. Я не имею права ничего, потому а что вы кто? Я арендую здесь. А, вы директор, получается? Да, Наталья. Оговаривалось все договором, что ничего я не имею права, даже духовой шкаф. Я не могу его вынести отсюда и ничего вообще. При этом мы духовкой не пользуемся, потому что выпечка у нас привозная и сами мы ничего с тестом не делаем. Але ж слідкувати за чистотою ви можете. Как давно вы арендуете помещение? Месяц. У меня даже есть договор, вы можете просто, чтобы никто не думал, что я обманываю. Нет, никто так вообще не думает. А что было раньше здесь? Тоже столовая. Тоже столовая. А что со старой случилось? У предыдущих хозяев просто закончился договор. И не продлили? Они не продляли, да. А студентов надо где-то есть? Студенты хотят кушать. Тем более, что моя дочь тоже учится в этом учреждении. А вы как мама решили, чтобы дочь правильно питалась? Да. Да? Потому что то, что она кушает дома, и дети тоже здесь готовиться все, так и для родного ребенка. А продукты сберегаете теж, як для своих, до холодильника. Этот холодильник не улыбается. Смотрите, сколько на нем смайлов. Холодильник веселун. Ну, посмотрим, улыбнусь ли я ему. На верхней полке фарш. Фарш сырой. Обмотали пленкой. А стикера нет. Должен быть. И коли фарш накрутили, невідомо. Ниже на полке грибы в пакете. Грибы еще с землей, они не мытые. Даты на них тоже никакой нет. Рядом. Это что? Молоко. Без опознавательных знаков? Ни стикера, ни этикетки. Ну вот, если здесь этикетки нет на этой бутылке, на соседней есть. Написано «Ситро». Первый раз вижу белый ситро. Це молоко хамелеон? Это что? Это мальчик попросил поставить в холодильник. Это холодильник для мальчика или холодильник с едой для ваших гостей? Нет, для наших гостей. Ну, он просто попросил, привез. Левые молочные продукты неизвестно откуда. Базарное молоко?
Как оно может попасть в холодильник с едой для гостей? Базарному молоку на кухні кафе взагалі не місце. Никаких неизвестных молочных продуктов в холодильнике быть вообще не может. Ни жвоска, так что тут какие-то ягоды, ни накрытые грибы, уже жареные. Але невідомо коли. Готовая еда. И фарш. Сырое мясо? Сырое мясо. Правильным товарным сусідством тут и не пахнет. Вот открытые консервы. Такое нельзя хранить. Они очень быстро окисляются. Нужно перекладывать или в стеклянную тару, или в пластиковую. Тем более, когда вы открыли эту банку, тоже неизвестно. Скажите, как всегда, что сегодня? Да, с утра. Кто б сомневался? Вы знаете, все так говорят. Быть так не может. И на каждой открытой банке вы обязаны писать дату, когда вы открыли. На многих даже еще и время. И еще никакого скотча в холодильнике. Вот этот ваш скотч, он грязный, старый и жирный. Вот под ним уже миллион бактерий. И це вже не відмити. А вот эти все бактерии что делать? На масло переползают. Обратный смайл. Без улыбки. Був холодильник веселун, а став журбинка. Морозилка. Это что такое? Мороженое молоко? Да, для меня. Я пью его. Я размораживаю и пью. Да ну? Это такое же точно молоко, как и тут. А зачем у вас просроченное молоко лежит в морозилке? Срок годности у него истек 7.04. Это мое молоко. Если это кухня, на которой вы кормите людей, все. Дальше шутки заканчиваются. Дело в том, что у нас молоко даже нигде не используется в меню. Тем больше тут ему не место. Глубже тут заготовки фарша. Ни одного стикера нет. За мясом лежат вот крабовые палочки. Когда крабовые палочки оказались в холодильнике? Риторичное запитання. Вы обязаны писать информацию, когда оказались там продукты. Упаковка с зеленым горошком еще закрыта. Сделан горошек 4 сентября 2015 года. Хранить можно 2 года. С горошком все в порядке. Стикеры у вас вообще есть? Нет. Вы уже месяц работаете. Да. И у вас уже месяц, как должны быть стикеры. Согласна. Отлично, что вы появились здесь и мне все это рассказали. Не отлично то, что вы месяц кормили студентов без стикеров. Вы обязаны их иметь. Вы тогда следите за качеством продукции. Давайте посмотрим, что у вас там в подсобке. Так у вас тут прям цеха. Так, морозилка. Смотрим, что здесь на верхней полке. Как много мяса. Вот свинина. Вот курица. А дат никаких нет. И сколько все это у морозилки лежит, невідомо. На верхней полке в морозилке только мясо. Это хорошо. Ниже. Так, филе рыбы. Пакеты не герметичные, стикера тоже нет. Так, на этой полке только рыба. На полках у вас вот тут под уксусом и томатным соусом чисто. Тут отдельно лежит гречка, соль. А соли вам зачем так много? Прям пуд соли можно съесть. Медики любят соленое? Нет. Они у вас здоровую еду едят или нет? Здоровую. Да? Угу. Я, кстати, тоже буду пробовать. У вас вкусно? Да. А да? Вот вы и скажете. Обов'язково. Але пока що кухню подивимось. А что за застолье? Хтось не доїв? Кто сегодня будет есть морковь и много котлет? Завтра. Нет. А когда? Послезавтра. Кто? Для кого это стоит? Котлеты просто заберутся. Они не кем? Для питания студентов. Это для кого котлеты? Директор заберет домой. Попросила на жаре. Користуєтесь службовим становищем? Вы? Они еще теплые, можете попробовать. Я их только недавно пожалела. Нет, ну пробовать не буду. А чему оно все не накрытое? Ведь непонятно же, куда оно потом денется. А вдруг директор скажет, не хочу сегодня котлет. В раздачу уйдут? Нет. Рядом на столе. Это что у вас? Это мясо. Это мы себе домой купили. Мы сейчас домой же собираемся. Мы только его с рынка принесли. А вот это тоже все домой? Нет, это разморозили. Это разморозили? Только что вот достали буквально, чтобы разморозить и приготовить завтра. Тобто це їжа для студентів.
тут какой-то замороженный балык, вот неплотно накрыт. Так почему у вас на одном столе неизвестное мясо с рынка? Поруч з їжею для студентів? В общепите быть такого не может. И все на одной рабочей поверхности. А в глубине еще кастрюля с чем? С вареньем? Угу. Варенье-то куда? Студентам? Нет, это Наташа тоже себе домой забыла. Я себе фрукт. Чекайте, це кухня їдальні чи директора? Огурцы. Огурцы Наташа соберет, и вот эти банки тоже ей поставят. Так, Наташа подъедает здесь после всех? Нет. Все вот это вот мне подготовили, чтобы я его сегодня забрала. А чому все це поруч з їжею для студентів? Тут же вы чистите еще и овощи. Вот они у вас тут лежат. Это лук и вот это. Это тоже Наташа уносит домой. Да, и вот тут вот что вот сможете посмотреть. И картошку она уносит домой. Как она это все унесет? Картошка. Она на машине. У нее грузовичок? Да, да. Круто, але це кухня кафетерію чи особиста комора директора? А это не работает. Что, она не работает? Морозилка не работает, не да? Работает. Она поломана? Мне просто нет надобности. Ну да, стоит выключенная. А это что такое в ней? Я не знаю. Но это похоже на мышиный помет. Да, это он. Но мы никогда не пользовались. Мыши это не есть? Наша морозилка. У нас нет мышей. Нет, но вот эти все овощи и фрукты, это как раз то место, куда мыши могут прийти. Могут, но они сюда не ходят. А ци ковалки звідки? Ну, это мышиный помет. Я понимаю, но это не моя морозилка. Она даже не рабочая, меня предупредили люди. Это кухня общепита. И это одно с ней помещение. Здесь не могут находиться сторонние предметы. И какие-то морозилки с мышами. Хорошо, я понял. Там что? Так, посуду вот надо вымыть, потому что тут ее уже много, и она стоит кваситься. А какие-то остатки, вот там хлеб с картошкой складывают отдельно. Поросятам? Не поросятам. Кому? Собаке. Своей? Да. У Наташи есть собака. Ця кухня і директора годує, і її песика. Безвідходне виробництво. А що у вас за собака така, троглодит, яка картоху їсть і старий хліб? Їсть. У вас частний дом? Да. Ну ладно, тогда такая может есть. Мусорное ведро еще тоже надо выбросить уже. А так как оно полное, я вам еще перчаток добавлю. Хорошо. Кухню ревізор побачив. До замовлення. Еда продается вот именно здесь, на Мармите, да? Да. Всю еду уже успели снять, и Мармит даже уже и выключили. Просто мы закрываем. 4. Мне же нужно попробовать еду. Я, конечно, понимаю, что я как студент опоздал. А опоздавший студент виноват всегда сам. Невже Вадимові нічого не лишилося? Что у вас осталось еще? Куриная отбивная и котлетка. Вот тут какие-то тефтели. Черв'ячка замурити все ж вдасться. И блины еще какие-то с чем-то. Чем блины? С картошкой. Давайте мне котлету с грибами внутри и блинчик с картофелем. Угу. Вы разогреваете, да, перед да. подачей? Пока вы накладываете, я быстро гляну на микроволновку. Поддон у микроволновки чистый. В самой микроволновке пару капель жира. В общем, микроволновка чистая. Отже, розігрівати страви можна. Наверху у вас стоят пирожные. Когда заходил, видел, что пирожные открыты. Потому что студентам так проще просто брать. А студенты все руки мают? Первая проблема – это то, что они не накрыты, и студенты лезут в них руками. А вторая – что греются в теплом зале. Когда у вас появились эти эклеры? Сразу, сюда. А вы знаете, что все вот такие десерты с любым кремом должны обязательно быть в холодильнике? А у вас вон еще и на Мармите перегреваются. Я вот возьму один. Угу. За него заплачу. Проверим температуру внутри эклера. +21.3. Максимальная температура, при которой могут храниться такие десерты, +6. И максимум могут они храниться 24 часа, но только в холодильнике, а не на открытой полке при температуре выше 20 градусов. Это нарушение условий хранения. Здається, про них тут не чули. Это холодильник же, да? Вот холодильный шкаф. Да. И в нем стоят открытые соки, и один салат остался. Давайте проверим, какая температура тут у соков. Температура у сока 17,7 градуса.
Это тоже очень высокая температура. Температуру правильную холодильник этот не выдает. И для сберегания соков и салатов не подходит. Итак, цены. Курица пикантная 22 гривны, тефтели 12 гривен, картофель по-домашнему 10 гривен, был еще борщ, единственное первое, да, 9 да. гривен. Так, это мне вот вы выдали, да? А теперь нужно к вам сюда на кассу. У меня еще эклер. Можно мне еще эспрессо сделать? Эспрессо стоит 7 гривен, да, у вас? Да, 28. 28 гривен. Карточкой можно рассчитаться? Нет. Студенты не ходят еще с карточками? Нет. А у вас на двери написано, карточки не принимаем? Не написано. Напишите, будет удобнее. Вот, пожалуйста, 50 гривен. А еще у вас отдельно нужно взять поднос, да? Да. Самообслуговывание. Приборы тоже лежат отдельно. Ножи пользуются большим спросом, ножей осталось очень мало. Или медики просто утаскивают ножи, как скальпели? Нет. Нет? Так, нож вымыт. Вилки сейчас внимательно посмотрю. На одной вилке вижу разводы. Не домыли. На этой вилке тоже разводы. Ну вот вилка почище. Чистую виделку тут ще знайти треба. Так, букеты сделать назад, и этот букет надо перемывать. Так, мое пирожное и кофе. Спасибо. Идемте сяду. А туалет у вас есть? Только для персонала. А студенты куда бегают? А у них на территории. Им надо в колледж назад. Да. Зручности на відстані. Понятно. Але принаймні є де руки вимити. Рукомойник есть. Моют его плохо. Вот под краном, смотрите, налет. А мыло где? Самый главный вопрос. Где мыло? Мыло в своей стороне, на умывальник. Так что, нужно бегать отсюда туда? Ну, переважно руки моют на умывальник. Може, варто и сюди мыло покласти? Так, хорошо. Значит, тут намочили руки, пошли во второй зал собирать мыло в ладони. Идем. Сприймаймо це як квест. Вы тоже так бегаете руки мыть из одного зала в другой? Мыло обычное с дозатором. Мыло пахнет миндалем. Ладно, домывать буду во втором рукомойнике. Тут дико неудобно. Але заразом чистоту другого рукомийника подивитися можна. Вы смотрите, под краном тоже налет извести. Раковину нужно вымывать лучше. Тем более раковина малюсенькая. Для детских рук самое то. Но будущий медик должен возмущаться. Добиться стерильности рук тут сложно. А теперь чем сушить руки? Об штанці? Есть здесь бумажные полотенца какие-нибудь? Так, медики все стоят в шоке. Кто у нас еще будущий медик? Тебя как зовут? Олег. Олег, покажи, как должен медик мыть руки. Показать? Да. Пусть мама порадуется. Не зря ж в колледж ходишь. Можешь рассказать, что нужно делать для того, чтобы хорошо вымыть руки? Чтобы добре вымыть руки, треба вымыть каждый палец. И ты говоришь, каждый палец отдельно вымыл? Да. А высушить нужно потом руки? Да. Как-то вы быстренько это сделали. И мыло осталось на руках? Нет. Нет? Так я вытираю потом. Об кого? Вот здесь вопрос. Полотенец-то нет? От вам и вся стерильность. Ну что, руки вымыл, теперь попробую еду. Вам-то здесь нравится? Вкусно? Лучше, ніж було. Все согласны? Да. Ребята, спасибо большое. Час и Вадимові скуштувати. Перец у вас не в почете, да? Ну, на столах просто, я смотрю, на этом есть солонка, на том уже нет. А перечницы вообще нет. Мы не ставим на столы, потому что их периодически выносят отсюда и не возвращают. Студенты выносят перечницы. Да, и не возвращают. Много у вас уже перечниц унесли? 9. 9 перечниц? А солонок? Столько же. Комплекты собирают, да? Да. Юные коллекционеры. Привязываете? Ну, зачем? Да. Лучше по просьбе человека, который хочет себе специи добавить в еду, мы лучше подадим. В принципе, тоже правильно. До дегустации. Котлета в кляре, да, в каком-то жарено? Нет, это свинина с грибами, да? Угу. Вкусная она у вас? Да.
Да. Ну что? Хорошо, что котлета не пересоленная. Фарш у вас перекручен очень мелко. Никаких хрящей я не почувствовал. Но сколько у вас хлеба идет на одну котлету? Вот это грамм 10, наверное. 15. У нас здесь много хлеба в котлете. По техкарте у вас сколько фарша, сколько хлеба? У нас на 600 грамм фарша. 400 грамм? Да. Это почти половина. Это очень сильно чувствуется. Хлеба много. Не могу сказать, что мне понравилось. Ну что, Наташа, спасибо. Пожалуйста. Час приймати рішення. Ревизор проверил студенческое кафе «Медок» в Ковеле. Экстерьер. Кафе находится на территории Ковельского медицинского колледжа по адресу улицы Независимости, 180. Цены. За блинчик с картошкой и грибами, котлету и эспрессо я заплатил 28 гривен. Обслуживание. Вся еда в кафе «Медок» лежит на линии самообслуживания. Рассчитаться банковской картой нельзя. Туалета в кафе нет, но чистота рукомойников не порадовала. Очень не хватает сушилки или одноразовых полотенец. Студентам нечем вытирать руки. На вашей кухне я не нашел ни одного стикера. Как вы разбираетесь в сроках годности, непонятно. У вас хорошо зонированная морозилка. На разных полках вы храните замороженную рыбу и мясо. А вот в холодильнике с товарным соседством хуже. Не устану повторять, что сырой, мясной фарш не может храниться рядом с готовой едой. И молоку с рынка тоже не место в этом холодильнике. Скажу честно, у вас неплохое, хотя молодое кафе. Студенты вас хвалят. И я тоже сильно ругать не буду. Я желаю вам исправить ошибки. Но рекомендовать пока не могу. Ревизор в Ковеле, и это отель «Лісова пісня». Леся Украинка написала лісову пісню, и вы, наверное, читали ее в школе. А я сюда приехал не читать, а проводить ревизию, потому что это самый большой ковельский отель. Готель нараховує 137 номерів різних категорій. Відгуки гостей дуже різні. Цена равно качество. Убого, но чисто, как транзитный отель можно брать. Дуже поганий готель. Кімнати жахливі, інтер'єр відсутній, а ліжка такі, що страшно сісти, а не те, щоб спати. Гарний готель за такі гроші. Привітний персонал, гарне ставлення до проживаючого. Зручно розташований у центрі міста. Не готель, а пісня. Таких умов я ще не бачила в жодному готелі. Особливо вражає ванна і ржавого кольору. Давайте посмотрим. Может, все будет как в сказке? Сподіваємось, що не в страшній. Ой, какой огромный холл, смотрите. Колонны деревянные резные. Як у справжній касті. Здравствуйте. Вас зовут Оксана Юрьевна. Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Тоже приятно. Давно здесь работаете? Не, недавно. Сколько? Ну, працювала, була в декреті, вийшла десь 2 роки. Ну, я вас поздравляю. Дякую. Ви називаєтесь в честь произведення «Лесь Українки» «Лісова пісня»? Да. Я приїхав к вам провести ревізію. Нас к вам давно звали. Вот, наконец-то, мы в Ковеле. И у вас. У вас, говорят, самый большой отель в городе. Да, самый большой. Самый большой, самый лучший? Самый старенький. А сколько лет? 35. То есть в 81-м году открылся? Давно уже. А я в 80-м родился, почти мой одногодка. Проверим, кто сберегся краще.
А сколько стоит номера? Вот там цены, да, написаны? Двухместный номер высшей категории стоит 280 гривен или 170, непонятно. 170 гривен – это одно место. 340 за номер. У вас подселение происходит? Мы стараемся не подселять. Одноместный номер первой категории стоит 130 койко-место, 160 целиком номер. Интернет есть? Нет. Что входит в стоимость? Только проживание. Ты горячий сейчас тоже у нас нет. Нас да по графику. Неочекованный сюрприз. И какой график? С 8 вечера до 10 вечера. И с 8 утра до 10 утра. Но зато каждый день есть. Ну, не всегда. Принять душ у лесовой песни проблематично. А завтраки есть? Да. Нет. А где человеку завтракать? Ну, у нас есть бар и ресторан. Это при отеле? Они частные. Ну, арендуют. Ну, хоть десь поесть можно. Как вам можно позвонить, Оксана, из номера? Ну, там не в всех номерах есть телефоны. Так, телефона нет. Холодильники, мини-бары? Бара у нас тоже нет. У нас есть холодильники, но только нету бара. А что есть? Конференц-зал только и все. А какая конференция? Нас, конечно, много, но конференцию проводить не будем. Наш тайный покупатель уже был в отеле «Лесовая песня» в Ковеле. Ключи у меня в руках. Пойду к себе в номер. А лифт есть? Да. Работает? Хоть щось. Спасибо. Счастливо. Что-то какая-то эта песня невеселая. Але может хоть номер потешить? Ой, лифт как в обычных девятиэтажках. У нас пятый этаж. Все весят до 80? Да. Ой, какой тут коридор, налево или направо? А указателей нет. Светильники работают через один. Мабуть, теж по графику. Ночью будут потемки. Мне нравится, что пожарный выход, и написано «Ключ упокоївки». Дверцята зачинені. А як пожежа? На случай пожара, я не знаю, кто первый будет бежать, вы или покоївка. Общежитие какое-то. Самое светлое в этом номере – это, конечно, окно. Но свет заслоняет грязнючие жалюзи. Все же в пятнах. А внизу, посмотри, какая рвань. Интересно, они собираются вообще? Кстати, наша камера в углу висит, не пугайтесь. О, зацепилась. Да. Ну, собрать это как-то можно. И справді, якось. Жалюзи лучше не сдвигать. Если не хочете потом лагодить карниз. Карниз с катушек слетел. Сейчас проверю частоту на подоконнике и буду цеплять назад. На подоконнике есть пыль. А, все. Никакого крепежа нет, он просто в стену упирается. О, все. Иди постой. Маємо надію, на голову нікому не впаде. Вот зато окно большое. Видно парковку. Под ногами неудобно вот эти складки ковра. А ковер под батарею-то не влез, вот его тут и сложили рулончиком. Жужмом. Или как Аня говорит, жужмом. Тут и побелка, и волосы, и крошки. Давно цей килим не бачив полосмока. Ветка от веника. Раз. Это что, ногти? А по-моему, нет. По-моему, это не ногти. А что, когти, кажется? Нет. Это куски быстрорастворимой вермишели. Андрюша такое любит. Никогда такого не В Буче такое не едят? Нет. Телячьи медальоны самое оно. А ты знаешь, кстати, что город Ковель – это город-побратим города Буча? Правда? Правда. Так что чувствую себя как дома. Нравится? Я думаю, что ты так хорошо спал. У тебя тоже так ковер дома подвернут? Да нет. Так, уходи с этого грязного ковра. Мне вот интересно, что телефон еще есть. То нам пощастило? Как вам можно позвонить, Оксана, из номера? Ну, там не в всех номерах есть телефоны. Трубка жутко грязная. Сам телефон грязнючий, на нем и разводы, и пыль. А ну, не работает. Рано зраділи. Это не телефон, это муляж. Бродне доповнення до інтер'єру. Телевізором займемся. Пыли нет.
уже который раз говорю, не берите в отелях пульт голыми руками. Во многих номерах они жутко грязные, вот как этот. А с обратной стороны написано 504. Може, це кількість мільярдів бактерій, що на ньому? Ну что, включаем? Так, что-то на кнопки он не реагирует. Где он? Первый раз просто выпадает кнопка Power. Включение. Интересно, назад я ее примощу? Включайте осторожно. Кнопка может остаться у вас в руках. Есть в номере хоть что-то, что не потрібно ремонтувати? Новый канал есть? О, ну пульт работает. Новый канал я нашел. Ну, его не узнать. Только кружок в верхнем правом углу напоминает, что это новый канал. Что у нас с антенной происходит? Вначале я думал, что антенна не подключена в телевизор. Оказывается, нет. Вот она, антенна. К окну нет? Нет. О! Цвет появляется. Тихо, цвет пошел, цвет пошел. О! В лесовой песне нужно останавливаться только вдвоем. Чтобы один держал антенну, а второй смотрел телевизор. Слушно. Это не телевизор, а одна сплошная беда. Посмотрим, что полоскали в этих стаканах. О, стакан жутко грязный. Вот прям жутко грязный. Второй стакан, он еще хуже первого. Его вообще никто не мыл, вообще. Даже не сполоснули. Из цих бруднющих склянок гостям пропонують пити. И стоит одинокое кресло. Тут всего как-то по одному. Один неработающий телефон, один телевизор, одно кресло, только два грязных стакана. Кресло хоть чисто? Лак на подлокотниках вытерся от времени. Обивка пузырится. Вот на ней. Это что? Тут сигареты кто-то прожег. Сколько на кресле пыли. Тут чули про то, что кресло можно чистить. Зеркало. Написано «не курить». Сверху это что такое? Чиясь заначка? Чек. Когда была покупка? 2 января 2016 года. Сейчас у нас 12 апреля. Прошло 3 месяца. Ну, Новый год был, кстати, неплохой. Бананы, хурма, колбаса. А чек на згадку про свято залишили? Я к тебе иду. Да, жду. У тебя такая красивая рубашка с номером 13. Под номер подходит. Тут все номера, я думаю, в лесовой песне нужно сделать. Номер 13. Ну все. Почему? Ты думаешь, что есть что-то получше? Почему такое отношение к этому числу? Ну... Это исторически так сложилось. На двери пыль. Теж поширене явище. Ну что, кровать? 4 подушки. Стоят как пилотки. Посмотрим. Я подумала о роддоме, когда младенцев... Ну, старые фотографии из роддомов. Когда младенцы всех выкладывают на кормление, а мамочки приходят и ищут, где же мой, господи, где же мой сверточек? Ну выбери себе сверточек. Ну вот я возьму первый сверточек. Сразу на нем, на наволочке, пятна и красные, и коричневые, и тут подтек. Подушка вписалась. Тому сверточку нужен свой подгузник. Что завернули? Ой! На этой подушке живого места нет. Все загажено. До неї гидко торкатися, не те, що спати. Посмотрите на это полотенце, которое я взял в руки. Ну блин, ну это дыры, смотри, ну уже по... вот он. Вадик, ай. Так а что Вадик? Вот Вадик придет в душ и станет вытираться. И он начнет делать что? Вытираться. Ау. Терся, терся, ау. Да терся. Боже. Ну что это? Ну вот как? Був рушничок, стала ганчірочка. Нам надо за него будет заплатить. Да заплачу я лучше им заплачу за эти два полотенца, чем вот такое вот будет лежать в номерах. Ни стыда, ни совести. Под одеяльник. Одеяло пока не вижу. Красные маки. Чистые. Ну, с одной стороны пока пятен нет. Со второй стороны... А вон пятно есть. Оно стиранное все. Но пятна не отстиранное. И, по-моему, даже глаженное. Да. Але праскою плями не виведешь. Розетка вот над головой у одного из отдыхающих. В стоимость номера ничего не входит, кроме проживания. Но у вас будет дополнительный бонус. Отпадающая на голову розетка. Что ж ты, ой, Юж, что ж ты лезешь вот так, туда пальцем? Пальцами? Что я лезу? Что я лезу туда пальцами? Я ничего не лезу. Она висит на соплях.
Подключите телефон, вас еще и током шандарахнет. Ось така невесела пісня. Покрывало. Это что? А, это кусочек сыра. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона забралась? А ты знаешь, кстати, что ходят слухи, что Крылов умер от обжорства? Нет, я не... Это учти, Андрей. А был известный баснописец. Да-да-да, втягивай живот, мы все видели. Но это ложь. Воспаление легких. На самом деле умер. Утверждают историки, легких. Да. А вот я думаю, что от воспаления легких в этом номере можно умереть после покрывала. Хотите? Устрою. Нате! А? Стоп, всем понятно стало, открывай. Что одна пыль в номере. Покрывало грязнючее и старое. Там пожар. Где? Ну, он где-то за церковью. Это народный способ отвадить ревизора, сжечь ресторан. Сподіваємось, ніхто не вдався до таких радикальних кроків. А вот и одеяло нашлось. Одно и второе, красное и зеленое. Пожалуй, возьмусь за красное. Аккуратно только нужно браться, потому что вот пятна, пятна. Разворачиваем. Ну, в глубине тоже пятна. Он огромный. Я напоминаю, что мы в отеле «Лесова Пісня» в Ковеле. И это стандарт на двоих за 240 гривен. В стоимость включены пятна везде. All inclusive по-ковальски. Простыня. Пятна видны на простыне. Тоже застиранные, тоже старые, есть. Плямы тут фирмовый знак. На матрасника нет, зато есть семечки и большое мочевое пятно. Матрас тоже видал виды. Его уже таскали и в хвост, и в гриву. Каждый угол продран. Соседний матрас ничуть не лучше. Тоже весь с дырами. А почему они только на углах? Я ж тебе говорю, елозят ими. О, даже ручка есть. Одна осталась, второй нету. Матрац-каличка. Ой, с обратной стороны еще больше пятен. Цьому матрасу уже на смітник дорога. Что там? Такая мешковина, аккуратно. Механизм? Ты посмотри, он просто такую наживульку сшит капроновой веревкой, на которой белье сушат. Это умельцы местные делали, это хендмейд. Просто... А реально? Ну, мешковина, да, и мешок капроновый. Из-под сахара. Капроновой ниткой связали, даже не сшили. Там что? А что? Там пружины. И мышка. Там мыши могут быть. Блин. Сама такая, и мышка, там мыши могут быть. Ну, а когда я конечно. Говорю, это может быть невероятно. Налякали Анечко. Давай постучим. Если мы ж дома, она выйдет. Мыши дома нет, зато пыли выше крыши. Основа у кровати. ДСП старая. Это что такое вообще лежит? Орешки. Господи. Это кровать не мавки, а принцессы. Потому что принцесса спала на горошине. Вот тут полтора орешка. Для попылюшки? Ну а что под кроватью? Полюбопытствуем. Бюро знахідок якесь. Под кроватью лежит целлофановый пакет. Что в нем, неизвестно. Моя версия – черный молотый перец. Проверим. Ты только не нюхай, пожалуйста. Ой, не нюхай. Ты можешь на перчатку немного высыпать? Только не дуй и не чихай, ладно? Это правда черный молотый перец? Это черный перец. Вадик, а вдруг тут какие-то риту... Але. Наврочити комусь намагались. Чорний перець під кроватью. Я не знаю, може, це заговор якийсь. І орешок під матрас. Народний наговор. Угу. Судячи з того, що ревізор завітав у готель, обряд не спрацював. Так, що ще під кроватью? Під кроватью ще гора пепла. А, і подождіть. Ще одна знахідка. Це той же? Це второй. До перцю ще й сіль подають. Могу вас попросити, Анна Віталіївна, помочь мені надіти перчатку? Да, конечно. Тому що мені потрібно зараз дві руки. Продовжимо досліджувати знахідки. Так. Слідственний експеримент номер 2. Так, а це вже щось зелене. Я не знаю, воно вже нічим не пахне. Це вже щось зелене. Растительне. Тут... Мнения команды разделились. Может быть,
молотый базилик. Может быть, хна. Набор прованских трав какой-то. У будь-якому випадку цьому не місце в номері. Старая жвачка сбоку на кровати. Прибиральниці це ліжко не бачило. Идемте в прихожую. Шкафа аж два. Есть, смотрите, опись номера. Что у нас тут? Кровать одна. Да невже? А их две. Был когда-то пуф, вместо него теперь шторка в ванной. Не дуже равноцінна заміна. Две вешалки разноцветные. Графіті на дверце шкафа. Я вас люблю. А далі нерозбірливо. У каждого в шкафу свои секреты. Да, в этом шкафу. В этом шкафу еще поддон, как в душе деревянный. А под ним просто грязь и все. Еще одна мешалка валяется. У цю шафу и речи гидко вишати. Наверху запасное одеяло. Ну и пусть это такое же старое и ужасное. Так, а что здесь? Звалище пилюки. Зачем я это открыл? Это лучше вообще не открывать, никогда и никому. Та ні, покоївкам все ж краще відчиняти. Там в шкафу не вещи хранят, а пыль. До санвузла. А внизу битая плитка. На дозвіллі можна пазли поскладати. Сама ванная грязная. В углу вон паук сидит в паутине. Це старожил цього номеру. Под старой плиткой, там, где она подходит к ванной, везде черная грязь. Похоже на плесень. Душ намотан змеей возле старого немытого крана. Головка душа залеплена черной гадостью. Там уже заросло все. Целая плантация грязи. Представляете, вы принимаете душ, и вот эта вся грязь летит к вам на голову, на тело, в рот. Яка ж бредота. Что-то из крана с горячей водой, кстати, идет. Но это холодная вода. Из крана с холодной водой тоже идет холодная вода. Короче, какая разница, что здесь два крана? Все равно из них идет только холодная вода. А горячая вода, как сказали, по расписанию с 8 до 10 утром и вечером. Не потрапив Вадиму график. И вот он, душ смерти. Черная гадость летит вам на голову вместо с холодной водой. Он паук бедный побежал. Він єдиний, хто може вижити у цих умовах. А шторки для души нет. А за описом майна мала би бути. Невже вкрали? Колечки для шторки для души есть? Может, как в счеты играть? Должен 3 гривны, отдал 2. Плюс одна додаткова послуга. Пыль. Есть пыль, есть колечки для шторки. А шторки нет. Чистоты тоже нет. В раковине, в стоке старая грязь, а перелива тут нет. Есть дырка для крана. Ну, кран один. На раковину и на ванную. Дуже практично. Полочка грязнючая такая. Стоишь, смотришь в зеркало и видишь, что грязная полка. А ее никто не моет. Прибиральниця бруду, мабуть, не помічає. Ну что, унитаз? Ой-ой-ой-ой. Что такое, что? Держу, 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 держу камеру, держу. А что такое? Судорога. Да что? Попался? Ага. Не боишься? Ершом с говном ты решил меня испугать. Я тебе его еще сейчас раскадрую, смотри, как круто, а? Это что было вообще? Что это было? Что это было? Что? Понял, кто теперь? Я оператор, ревізор, у кого ёрш самый говнистый. Поставь Пінчука на место. Звукорежиссером, мов, щитом прикрився. Поставьте Пінчука на место, не трогайте его больше руками. Смотри, Пінчук почти не боится. Что? Все, больше не буду. А не треба було й починати. На, держи. Попустували і до роботи. Ёрш настолько старый и грязный, что в нем старое говно. Мне кажется, что со времен еще лыси украинки осталось. Унитаз. Крышка старая, сидушка треснувшая и грязная. А под ней все крепления грязные. А унитаз еще и треснувший, и внутри очень грязный. Цей туалет ніколи не прибирали. За слив отвечает большая черная кнопка. Он сливает бурно,
Но так как на унитазе вон старое дерьмо какое-то осталось, он его и не смывает уже. Змив тут безсилий. Туалетная бумага. О, целых два рулона. Джекпот. Начатый. И самонамотка. Запасный. Мусорное ведро. Пакет поменяли, но если вам будет мало, второй запасной пакет висит на крючке. Видимо, горничная предполагает, что за чистоту тут должны отвечать гости. Нужна срочная уборка, потому что куда ни глянь, всюду грязь. А еще в этом санузле ужасно воняет. А ведь мне еще ночевать в этом номере и дышать этой вонью. Оставлю тут доместос. Интересно, поймут ли горничные этот намек? Потому что пока здесь страшно даже находиться. Так, ну что, номер я проверил. С вами буду прощаться. А я вот останусь кровати назад собирать. Как-то спать же надо будет. Розетка, аккуратно, ладно? Я в нее больше не полезу. До встречи. Да, пока. До завтра. Пока. Что ты всегда намеки не понимаешь? Пока, Сереж. Тут на улице уже стемнело. У меня, кстати, появилась одна мысль. Тут под ванной огромная дыра. Вон какая. И там какая-то, наверное, гора мусора. Давайте сейчас это посмотрим. Я возьму нашу ревизионную камеру, она у меня совершенно случайно есть в номере. Наша ревизионная камера у меня в руках. Паутины, даже камеру жалко в это засовывать. Почему какая-то грязь висит. На стене везде грибок. Как это жутко выглядит. Какой-то кусок упаковки. На водосточной трубе кубло волос. Пустая бутылка от вина. Вон крышка пивной бутылки. Там вообще никто не убирает. Вон, смотрите, ревизионная камера собирала на себя пыль. Чистота в лесовой песне – понятие мифичное. Вот в номере реально воняет. Запах такой, вот как старой мочи. Функция телефона зовут теперь понятно. Подпирать окно, чтобы не закрывалось. Хорошо, что у меня всегда есть с собой спальный мешок. Пойду переоденусь. Самое главное, ни к чему не прикасаться. Кровать, конечно, дебильная. Тут я головой упираюсь в изголовье. Там ногами. Короче, ночка предстоит еще та. Если вы ложитесь сейчас спать, то вам хотя бы хорошо выспаться. Увидимся завтра. Пока. Закон давно известен, но интересен мир без пенсии. Господи, что за шум? Как будто я на остановке общественного транспорта сплю. Доброе утро. Спать здесь ужасно. Впечатление такое, что спишь на мешке с картошкой. Уже можно просто было взять и лечь в своем спальном мешке вот в прихожей. Думаю, разницы никакой бы особо и не было. А кровать, слышите, как скрипит? Ну, вот такая вот и ночка. Давайте я вам вид из окна лучше покажу. Тем более, что окно у меня всю ночь нараспашку. Вот только так, с открытым окном, тут можно спать, чтобы дышать было чем. Вот парковка. Как раз здесь маршрутки и запускаются все. Парк рядом. Вон церквушка видна. И старая водонапорная башня. Ладно, пойду переоденусь и пойду искать себе какой-нибудь завтрак. В коридоре смотрите, какая тема. Место для курения находится на третьем этаже, комната номер 300. Давайте посмотрим, что это такое. А вот она, комната номер 300.
комната для курения. С отпавшими обоями, пепельницы просто с горой. Старые ужасные кресла все в подтеках, в грязи, в пятнах. Похож на кресло и гадят, и сигареты пичкуют. Це не кімната для куріння, це смітник. А в углу пакети з супермаркета, а в ньому гора пичков. Скільки років вони тут збиралися? Витяжка забита дерьмом, прямо як йош в этом отелі. Вон на стіні, посмотрите, какой ад. А ведь когда-то обои были вот такого цвета. Зеленой. Годами прокурено. И роками не прибрано. Пойдем искать ресторан. На втором этаже администрация. Что еще тут есть? Стоматология. Кардиолог. После побаченого в курилці не завадить. Доброе утро. Скажите, а где у вас можно позавтракать? Я ресторан с 12 годин не працюю. Что если человеку вот так рано, как мне, надо встать? Идуть там в магазин, там є кава. Не густо. Хорошо, спасибо. Вот здесь написано ресторан. Вот время, смотрите, 7:19. А ресторан он работает с 12. И сразу предлагает, что комплексные обеды за 35 гривен. Завтракать где? Что, сразу приходить на комплексный обед? А что, на улице? Выходишь из лесной песни и смотришь. Вот что, летняя площадка ресторана закрыта, тут банк. Где завтракать человеку? Вообще негде. Доведеться поголодувати. В общем, ревизию в номере я провел, переночевал. Завтракать здесь негде. Надо посвящаться. Але у ревізора лишилася одна незакрита справа. Доброе утро. Доброе утро. Вас зовут Елена Яковлевна. Елена Яковлевна. Я Вадим Абрамов, ведущий программы «Ревизор». Очень приятно. Я разорвал у вас полотенце в номере. Сколько я вам с него должен заплатить? Полотенце 50 гривен. 50 гривен. Спасибо. Тепер ревізор готовий до висновків. Ревизор проверил отель «Лесова Пісня» в Ковеле. Экстерьер. Отель находится в самом центре города по адресу бульвар Лесі Українки, 12. Интерьер. В худших традициях бывших советских отелей. Устаревшие обшарпанные стены. Мебель. Сантехника. Из современного только окно и телевизор. Правда, показывает он отвратительно, с помехами. Цены. За двухместный стандарт мы заплатили 240 гривен. Обслуживание. Администратор Оксана вежливая и приветливая, но ее обязанности ограничиваются только заселением гостей. Связаться с рецепцией из номера нельзя. Горячая вода по 2 часа утром и вечером. Я переночевал в «Лесовой Пісні». Выспаться здесь невозможно. Или задыхаешься от пыли и вони в номере, или открываешь окно. Но тогда нельзя уснуть от шума маршруток на парковке под отелем. Позавтракать в «Лесовой Пісні» мне не удалось. Утром все кафе на территории отеля закрыты. Чистота. Номер старый и грязный. Такое ощущение, что на него давно уже махнули рукой. В номере не убирают и ничего не ремонтируют. Над изголовьем кровати свисает розетка. Карниз для жалюзи никак не закреплен. На всех поверхностях и даже в шкафу пыль. Ковер, телефон, пульт, стаканы грязные. Постельное белье выстирано, но на нем старые въевшиеся пятна. Подушкам и матрасам уже давно пора на пенсию. Унитаз потрескавшийся и со старыми следами сами знаете чего. Ёж испачкан тем же самым. Под ванной залежи мусора и волосы – это мрак. Головка душа залеплена черной гадостью. Под плиткой – плесень. Ваш отель самый большой и самый старый в Ковеле.
Из него можно было бы сделать изюминку для привлечения туристов. Но пока это позор Ковеля. Ревизор не может рекомендовать отель «Лесова Писня» в Ковеле. Ревизор в Ковеле, и у меня по правую руку ресторан «Еклер». «Еклер» – це кафе-кондитерська у самому центрі Ковеля. Відгуки гостей переважно позитивні. Нове, красиве, уютне кафе. Очень атмосферный интерьер в позитивных теплых тонах. Вкусная еда. Рекомендую. Отличное маленькое французское кафе и расслабляющая атмосфера. Самые вкусные эклеры. Відпочивала с друзьями в цьому кафе. Нам дуже сподобалось. Тепер це моє улюблене місце. Рекомендую всім. Говорят, здесь французская кухня, вкусная. Вы нам писали, мы пришли. Здрасте. Администратор Юлія Васильєвна, да? Приємно купати. Приємно, коли зустрічають з посмішкою. Здрасте. А где кухня? А я вижу, где кухня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Вас как зовут? Здравствуйте. Очень приятно. Вы кем здесь работаете? Повар. Ну, я догадался. Вы повар холодного цеха? Нет, у нас здесь и холодные, и горячие. А вы в каком? А я и на том, и на том. Кухар универсал. Начнем с холодного. На полке пыли нет. На второй полке тоже пыли нет. Посмотрим на ножи. Профессиональный нож чистый. Початок ревізії дуже тішить. Итак, холодильник. На верхней полке маринованные яблоки, дата 12.04, указан вес. Посмотрим, что тут еще. Маринованная свекла, дата 12.04. Здесь свекла в масле. Стикер на надурел. В глубине оливки, 13 число. На верхней полке все в сутках и промаркировано. Як и має бути. Ниже овощи и фрукты. Яблоки, дата 12.04. А тут овощи свежие, 13 число. Чищенный редис и огурцы. А еще есть морковь сегодняшней даты, 13.04. Зеленый лук лежит в пакете с датой вчерашней. С товарным сусидством все добре. В холодильнике проверяю, здесь чисто. Проверю резинку уплотнителя. Тоже никаких проблем нет, ни грязи, ни грибка. За холодильником следкуют. Еще один холодильник. В нем различные соусы. Соус устричный, дата 10.04, на банке есть. Соус Дижон, 10.04, дата тоже есть. Соевый соус, 13.04. Стикеры есть на всех открытых соусах, за исключением банки с рыбным соусом. Устричным соусом. А почему на нем нет стикера? А у відповідь – тиша. Вы когда переливаете все соусы в банки, правильно делаете, что маркируете их. Но обязательно на любой открытой упаковке стикер тоже должен быть. Рядом ореховый соус. Он в контейнере. Дата 11.04 указана. На этой полке только соусы. Так, устричный соус я вам оставляю. Его треба промаркувати. Тут написано «жемчуг». Черный. Вперше в ревизоре. Перлини у холодильнику. 13.04. А что это за жемчужина? Это вы их делали? Ваши. Из чего? Бальзамический уксус и агар-агар. И вы сами скатываете шарики? Как? Песок. А. Все так просто, да? А я думал, может быть, вы каждого так ручками делаете, пальцами. Один катаете, катаете за другим. Перлини ручной работы были бесценны. В любом случае, стикер здесь есть. И в холодильнике тоже чисто. На верхней полке стоят уксусы и масло в ряд. На полке чисто. Модный прибор Сувид. Прибор у вас сам по себе чистый, но я его отодвину. Нашел одну крошку. Задвину за... А теперь до плите. Проверю состояние плиты. Плита чистая. Под плитой
А под плитой встречаются крошки, а их быть не должно. Не догледіли. Жироуловители. Нашел немного пыли. И пыль вам может налететь. Ну, кастрюли же вот стоят открытые. Неприемный бонус до стравы. Смотрим, что у вас с фильтрами. Да, я знаю, что аккуратно, потому что внизу плита, именно поэтому вытяжки должны быть стерильными. Вытяжки есть, немного пыли. Загляну еще в глубину у этой вытяжки. Как гинеколог. Проверю, что у нее там. Внутри вытяжки тоже немного пыли, но это практически ничего. Вытяжка чистая. Честно признавайтесь, знали, что мы в городе? Конечно. Готовились? Вы же у вас 4 роки, ну, вообще, программа ревизора. Вы нас ждете 4 года, это вы лично ждали? Не, ну, наша вся администрация экзекутивная. Да? Конечно. Мрії здійснюються. Ножи и лопатки. Вот. Что это такое? Не домыли. Сам держатель для ножей. Тоже нужно протереть. Это ножи. Они у вас целый день контактируют и с хлебом, и с колбасами, и с вашими рульками. А потом половина не проходит термической обработки и сразу попадает на стол гостям. Да, правильно, в мойку его. Верное решение. Пара конвектомат такой огромный, что в него можно посадить ребенка целиком. Ну или даже невысокого мужчину. Я не влезу, слава богу, и лезть не буду. Проверю его чистоту. Пара конвектомате чисто. Горячий цех проверили. Идем далее. У вас очень вкусно пахнет кондитерскими изделиями, девочки. Давайте посмотрим, что у вас происходит в кондитерском цеху. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Наташа. Вы здесь кем работаете? Старший. Это у вас морозилка, холодильник. Давайте посмотрим. Холодильник выглядит очень симпатично. Одни десерты. Справжній рай для ласунчиків. Тут что-то вкусное с датой 13.04. Какой-то бисквит. Це бисквит, сьогодні він зроблений. На подносе под пленкой 13.04, тоже сегодняшняя дата, 2 полумесяца. Це йдуть круасанчики у нас. Это слово круасанчик к нему неприменимо. Круасанище, я бы сказал, ну, да. Ну, круасани. У нас такие великі просто, чтобы бачили люди, чтобы... Багато, не маленькі. Не для тих, хто рахує калорії. Щоб ніхто, не дай Боже, не похудів? Да. Я теж вважаю, що краще бути в тілі, чим худим. І я також. Так що, тепер по пирожному кожному. Це, кстати, у вас що за пирожне? Це на готовки. Це заготовки? Заготовки на шо? Ну, ще не начинили. Заготовки на що? На шо, такий десерт. А, заготовки на шо, я услышав. От це те, що буде вашим шо. Да, це потім починається кремом і буде шо. Ниже. Заготовка, пустышки, эклеры. Написано тирам. Это на эклеры, тирамису. 13.04. А сколько денег эклеров вы делаете? Ой, бывает по-разному. Бывает, что мы нароблим и 100 заготовок, 100 штучек выходит. Бывает 150. Я такой день, как коли. А вот это у вас гнездо. Это не гнездо. Это такой хороший десерт. Тисточка Павлова. Так, Павлову я вашу ставлю, тем более дата на ней стоит 13.04. Тут все в порядке. Так, сейчас достану контейнер, посмотрим. Что это у вас такое? Яйца. А что мы так тяжело вздыхаем? Ця знахідка вам не до вподоби. Сирые яйца. Да. Битые яйца. Ну, пробил, значит, мы их обработали. Яйца влажные, вы их мыли. Это видно. Да. Наши обработали яйца в этих двух штучках. Мы обрабатываем сначала, потом их положим в специальный лоток. Это хорошо, что вы моете яйца. Абсолютно правильно. Да, так и нужно делать. А почему вы их ставите в холодильник к десертам? Нарушая при этом правила товарного соседства. Яйца поруч с десертами – смертельно небезпечное сусідство. Где остальные яйца, которые не мытые? Я заказываю себе 40 штук, да? Я себе заказала. Они мне пришли, я их себе обрубила. Если мне не хватает, я могу полишить в броварню. Там дальше в броварню. Мы одна семья, у нас одна мережа, мы один одного выручаем, позичаем. Броварню сводите меня? Да. Несподівано ревізія переходить в сусідній ресторан. Здравствуйте. Она привела вам беду. Не беду, мы вас чекаем. Да, десяток яиц, да. Десяток яиц. Вас как зовут? Наташа. Наташа, вы тут главная, я понял. Да. Еще один шеф-кухар. Показывайте, где у вас яйца. Яйца у нас в холодильнике. Может, хоть у вас они не поруч с другими продуктами? У вас отдельная холодильная камера. Да. На контейнере подтеки. Сам подтек.
І у вас митые яйця стоять, да? Так. Это неправильно? Неправильно, що вони з іншими продуктами стоять. Это все яйца, которые у вас сейчас наличие. А если у вас заканчиваются яйца на протяжении рабочего дня? Вы бежите в эклер, я понял, за яйцами. Если закончились и у эклера, и у вас, что происходит тогда? Ну, мы тогда посылаем на заправку. Принимаем, угу. Моем. Значит, получайте документы еще на них, да? На яйца. Походу, да. Нужно бы взглянуть на эти документы на яйца. Я попробую сейчас. Пробуйте, а мы почекаем. На броварню. Добрый. Я тогда пойду в эклер, пусть принесут туда. Да, хорошо. Спасибо, Наташа. Ну что, кухню мы с вами видели, теперь буду делать заказ. Диваны тут мягкие. Здравствуйте. Вас как зовут? Спасибо. Давайте посмотрим меню. Холодные закуски. Карпаччо из свежих овощей 28 гривен. Салат весенний 29 гривен. Супы. Рыбный суп, лепеше, его тут называют, 36 гривен. Петух вине, тут называется кок-авин, а на самом деле не кок-авин и не кок-авана, а кок-овон. Помилки в меню – неочікуваний сюрприз. Десерты. Еклери от 15 до 18 гривен. Пирожное Павлова 15 гривен. Бачили. А вот это у вас гнездо. Это не гнездо. Это такой гарный десерт. Кисточка Павлова. Еспрессо 12 гривен. Перевірим, чи знає офіціант меню. Раз я нахожусь в заведении с названием эклер, я хочу эклеры. Я фисташковый, ягодный, с сырной начинкой, шоколадный. Можно взять ушу. Сколько у вас всего разновидностей эклеров? 6. Уверены? Вы что правильно писали? А, неправильно. Ваш финальный ответ. Вы сейчас уже пришли. Давайте перечислять. Ягодный, фисташковый, карамельный, шоколадный, сырный. Один итальянский десерт. Тирамису. Есть и еще один. С дерева падают. С орехами. С орехами. Итого 7. Все ж опанував себе. А давайте-ка закажем все десерты из меню. Ревизор шикує. Каждого десерта по одной штуке. Хорошо. Каву? Конечно, эспрессо. Хорошо. Спасибо. Проверим чистоту. Проверим, что интересно вот тут под этими мягкими подушками. Так, нашел зеленый катушек. А так чисто. Пыли волос нет. За мягкими подушками тоже все чисто. Спинка у дивана. Без пыли, без волос. Стучат. Да, что? Шанувальники программы сбеглись. Мы собрали всех детей Ковеля. Их тут много, честно. Здесь тоже еще есть. Зря открыл. Кафе окуповане фанатами. Сейчас посмотрим. Чистоту подоконника. Под пильным наглядом фанатов. И? Немного пыли есть на подоконнике. Шкода. Кака. Ну а жвачки под столом есть? Тут очень удобно заглядывать под столы. Вот я смотрю сразу под свой и вижу и стол вот соседки, и дальше у людей. Ни под одним столом жвачек нет. Или культурные люди приходят, или в эклере за этим следят. На огромной металлической полке стоят живые цветы. И на полке пыли нет. С цветов не сыпется ничего? Не? Часто сюда приходится? Да, да. Увидели ревизора и пришли, да? Наши маленькие глядачи. Светильники очень оригинальные на стене. Напоминают душ. Здесь проводку так интересно выкрутили. Под видом водопроводных труб. И этот душ, он же светильник чистый. На кирпичной кладке. Пыли не обнаружено. Огромный светильник напоминает старые устройства в парикмахерских. Так раньше женщины головы сушили.
вот так это происходило. Женщины приходили в парикмахерскую, и у них сохли прически. Ну, чому ж тільки жінки? Но это дизайнерский светильник, и он чистый. А поки Вадим продовжує ревізію, стіл заповнюють замовленням. Кресла большие, с высокими спинками, в стиле 70-х. Смотрю, что в кресле. А в кресле один волос нашел. Что-то ничего. В американских фильмах часто в таких креслах сидят злодеи. Но они обычно карлики, поэтому их никогда не видно. Вот из-за изголовья. И они всегда в кино делают так. Вы смотрите? Стоит кресло, поворачивается, и там сидит карлик-злодей и вынашивает план. Включить лазер в режим готовности. Окрім інтер'єру, у Вадима є ще одна важлива справа. Юль. Да. Если помните, я был у вас на кухне и попросил Наташу из соседнего заведения. Так. Принести мне сюда документы на яйца. Нужно бы взглянуть на эти документы на яйца. Пора принесуть. Пойду заберу. Если есть уже документы, так, тогда принесите, хорошо? Хорошо. Давайте на бар посмотрим. Все десерты стоят в витрине. Трюфель какой красивый, по 4 гривны. Пирожная картошка по 12. А для чего у вас эти коробки? С собой, замалывай. Как называется по-английски, знаете? Скажу. Боксы. Какой язык учили в школе иностранный? Польский. Польский. Как по-польски это называется? Научите меня, я не знаю. Зачекай, я по-английски спрошу, сгадаю, потом буду по-польски. Ланчбокс. Молодчинка, все ж сгадала. Так это ланч в него можно положить? Ну, в него берут десерты с собой. По-английски. To take away. Take away. По-французски. Хотите, научу? Да. Emporter. Emporter. Повторите. Emporter. 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 И вуаля, как говорят в Париже. Почти получилось. А на Вадима уже чекают. Здравствуйте еще раз, Наташа. Что вы принесли? Зараз прийде людина вам пояснить. Залюбки послухаємо. Здравствуйте. 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 Меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Очень приятно. Как зовут вас? Мария. А вы кто? Предприниматель. Директор? Владелец. Вы чем занимаетесь здесь? Я чем занимаюсь? Всем понемножку. Вы, я вижу, бежали к нам, Мария. Бежала. Отдышитесь. Мария, скажите, вы отвечаете за закупки, да? Так. Документы у вас есть на те яйца, которые были на кухне? Сертификат нам дали вот такие, да. Яйце харчове, дата 6.04.2016 року. Продукція відповідає ветеринарно-санітарним вимогам. Это документ так, магазина. Но, а да. У вас есть какой-нибудь чек, который подтверждает, что вы купили в этом магазине? Ну, я предоставлю потом. Когда? Потом. Сейчас я... Поищите, пожалуйста, чек. Хорошо. Далеко бежать? Долго? Сейчас. Недолго. А пока чекаем на чек, продолжим ревизию. Что, идемте руки мыть. Итак, я в туалете. Тут две двери, ни на одной не написано, где мужской, где женский. Посмотрю вот эту кабинку. Тут и ручки, и крючки, и засов цветные. Видно, что постарался дизайнер. Проверю чистоту. Так, пыли нет. Есть накладки на унитаз одноразовые. Очень удобная и нужная вещь, я считаю, в любом туалете. Потому что вы можете тогда спокойно садиться на унитаз, невзирая на то, кто на нем сидел до вас. Я делал уже из него слюнявчик? Да, делал. Да, к сожалению. Хорошо, что накладки есть. Держатель чистый. Туалетная бумага белая, порциями. Мусорное ведро заполнено уже доверху. Как эклер, нафаршированный кремом и крема там доверху. Але це виглядає не так апетитно. И ёрш. Ты чист. Унитаз. Смотрите, какой он медлительный. Но это специально такой механизм, чтобы унитаз не гремел. Так, на крышке чисто. Под крышкой тоже. На сиденье один грустный волос. Сумный, бо самотний. Под ободком все чисто. И вот на самом унитазе еще пара волос.
что сливает унитаз хорошо. А теперь мыть руки. А тим часом офіціант намагається вмістити на стіл всі замовлені ревізора. На зеркалі пилі нет. Держателі з одноразовими полотенцями. Я теж її не знайшов. На дозаторі з жидким милом. Чисто. В переливі раковини. Бруду теж немає. C'est super, как говорят во Франции. Что означает «это супер». Я только что проверил состояние раковины и могу оставить это здесь. Доместос, чисто. Так, что горячей воды нет. Да ладно, так теплой можно вымыть. Это не мыло, это пенка. Руки вымыл и жду не дождусь. Меня ждет сладкий стол. Вау! У меня как будто самый настоящий день рождения. У меня никогда такого не было, ну честно. Даже на день рождения такого не было. Мама, прости, а могла бы. Наташа, да. Я понимаю, что вы целый день любуетесь на такое количество десертов. У меня это впервые. Проверим, все ли мне подали. Можно, пожалуйста, мини? Итак, а вы мне как кондитер поможете? Эклер шоколадный. Вот. Да. Шоколадный. Карамельный. Вот. Вот этот. Да. Сырный. Творожный. Творожный. Да. Вот этот. Да. Тирамису. Да. Вот этот. Ореховый. Вот этот? Да. Фисташковый, okay. Зеленый и ягодный вот этого. Okay, да. Эклеры все. Конфета трюфель кофе. Okay. Вот. Да. Кокосовое печенье okay. кофе. Okay. Шоколадным okay. или с карамельным кремом. Круассан с шоколадной начинкой. Конкорд. Капкейн. Шу-лимонный, шу-карамельный. Павлова есть. Пирожная картошка есть. Штрудель с яблоками есть. С маком есть. Сырник львовский. Торт Наполеон. Эйстерхазе, трюфель торт, торт орехово-фисташковый с карамельным попкорном. Это он. Прекрасно, ничего не забыла. Я сейчас закрою глаза и выберу, какой десерт буду есть. Я даже не знаю, как это сделать, потому что я помню, как они стоят. Хотите меня раскрутить? Давайте. Это желательно не на деньги. Давайте. В какую-то сторону. Да, окей. По часовой стрелке. Хорошо. Я не подглядываю, это точно. Да, хватит, у меня уже кружится голова. Безкоштовна карусель. А, стол здесь? Да. Держите меня. Я на что-то показываю конкретное? Да. Да? Да. На что? Эклер карамельный. Окей, буду пробовать его. А можно мне чистую тарелку подать еще? Интересно, поместится ли еще одна тарелка? Побольше не могли принести? Это эклер карамельный, с попкорном. Да. Сладким или соленым? Сладким. Надрежу эклер, чтобы показать вам, что внутри. Так, ну крем есть. Скуштуемо. Заберите блюдце. Простое решение. Эклер – это утонченный, вкусный французский десерт. Есть его надо быстро и с удовольствием. У вас очень вкусный эклер, он мне очень понравился. Выпью кофе. Эспрессо очень вкусный и густой. И скажу правду, у меня диета. Больше ничего со стола я есть не буду. Але це не все.
Вас, Максим, и вас, Юля, я прошу все эти десерты раздать детям, которые сидят за столами и ждут нас. Я думаю, им будет приятно. Все найсмачніше дітям. Здається, діти у захваті. Але і це ще не все. На черзі контрольне зважування. Здравствуй, Лена. Здравствуй, Вадим. Ти заказала салат. Як він називається? Льонге. Салат Льонге. Это самый дорогой ваш салат, да? Стоит он 52 гривны, и его вес указан 230 граммов. И сейчас мы узнаем, обвешивает ли в эклере. Спасибо. Вы принесли тарелку. Спасибо. Оттариваю. Налей. Да. Вес салата должен быть 230 граммов. Большая часть салата уже в тарелке, а веса пока 148 граммов. А должно быть 230. Что ж, давайте. Вес салата 246 граммов. И мы только что увидели, что в эклере не обвешивают. Я отдаю весы нашим продюсерам. Спасибо. Я твой счет оплачу. Спасибо, что была нашим тайным покупателем. Мы обязательно еще увидимся. До встречи. Максим, и принесете мне и мой счет, и счет тайного покупателя нашего. Спасибо. Спасибо. Счет тайного покупателя 162 гривны. Мой счет за огромное количество десертов 383 гривны. Максим, хочу рассчитаться. Тарас Хвинко, я покажу кассира, вона вас дуже просить. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Сколько у вас рахувати? Вы ко всем приходите? Звичайно. Вы Санта-Клаус? Ні, я кассир. Будь ласка. Гарного дня. Спасибо. Если вы рассчитываетесь картой, помните, у нас в стране по карточке чаевые оставить нельзя. Поэтому не забывайте оставлять чаевые официанту. Ставлю 100 гривен. Максим, спасибо. Позовете Марию вместе с документами. Сподіваємось, чек на яйця вже знайшли. Мария, скажите, вы отвечаете за закупки, да? Так. Документы у вас есть на те яйца, которые были на кухне? Сертификат нам дали вот такие. Это документ магазина. А у вас есть какой-нибудь чек, который подтверждает, что вы купили в этом магазине? Сейчас. Невже дочекались? На счет чека. Нет документа, да? Вы знаете, мы стараемся, чтобы гости были довольны нашим учреждением. Каждый день. Поэтому мы каждый день делаем закупы. Отже, чеки у вас мають бути. Я сама покупаю. Я сама заинтересована, чтобы у нас было все супер. Я просто чеки не собираю. Пошла в магазин, купила. Все. Сама перед собою отчитуватися, ну як би. Перед собою можете не звітувати, а перед гостями – зобов'язані. Це ваш бізнес чи ні? Це так, да, так. Да. Каждый раз, когда вы покупаете любые продукты питания и привозите их на кухню, на них обязательно должны быть необходимые документы. А особливо на яйца – продукт підвищеного ризику. Если не приведи Господь, сальмонеллез. Я все понимаю. Просто чеки я выбросила. А мали б їх зберігати. Это моя ошибка. Ну, мы исправимся. Спасибо. Честное слово. Сподіваємось, чеки відтепер у ресторані будуть зберігати. Ревізор перевірив кафе «Еклер» в Ковелі. Екстер'єр. Кафе знаходиться рядом з парком Лесі Українки по адресу вулиця Міцкевича, 10. Інтер'єр. Стильний. Дизайнерський ремонт.
удобные кресла, оригинальные светильники, цветы в красочных вазонах, открытая кухня. Цены. За все десерты из меню и эспрессо я заплатил 383 гривны. Обслуживание. Меня обслуживал Максим. Он немного нервничал и путался в меню. Я пробовал фирменное блюдо кафе. Эклер карамельный. Он был восхитительный. И эспрессо здесь тоже вкусный. Мы измерили заказ тайного покупателя. И убедились, в эклере не обвешивают. Чистота. Зал и туалет выглядят убранными. Но менять пакеты в мусорном ведре в туалете нужно чаще. А теперь кухня. На кухне чисто. Хотя вытяжку и внутри нее нужно протирать чаще, а ножи мыть лучше. В холодильниках контейнеры профессиональные. И стикеры есть почти на всем. Продукты расположены правильно, но сырые яйца в одном холодильнике с десертами хранить нельзя. Даже мытые, даже в закрытом виде. И документы на яйца у вас должны храниться. Это продукт повышенной опасности. Ваше кафе заполнено гостями. Вас любят. И я увидел, почему. Но ругать вас тоже есть за что. Мы долго спорим. Надеюсь, что желание лучше работать вам придаст. Эта табличка. Ревизор рекомендует кафе «Эклер» в Гомеле. Все у вас будет хорошо. Ревизор в Ковеле, и это супермаркет Слайга. Зрители писали нам, ну придите на ревизию, потому что вопросы к супермаркету есть. Прошу посетить мой родной город Ковель. Особое внимание уделите супермаркету Слайга. Там торгуют просрочкой. Перевірте супермаркет Слайга у Ковелі. Там жахливо. Идемте проверим. Здрасте. Там без посторонних вход воспрещен. Отже нам туди. Здравствуйте. Вадим прямує за лаштунки маркету, і одночасно з ним свій рейд починає наша експерт Наталя Кудряшова. На вході просторно єсть. Корзинки для покупателей и целых две тележки. Я так подозреваю, что с покупателями здесь не густо. Ну что ж, я буду одним из счастливых обладателей этой тележки. А вона може знадобитись, бо завдання Наталії – пошук простроченої продукції. А Вадим вже у підсобці. Здравствуйте. А что у вас тут холодильная камера, да? А что в ней? А давайте сами посмотрим, что в ней. Холодильная камера очень интересная. Называется она ассорти, потому что в ней и мясо, и птица, и рыба, и первые блюда, и яйца, и десерты. Короче, абсолютно все. И все це скинули докупи. А теперь по порядку. В миске прямо на полу стоит свежая свинина. Дата 12.04. Мясо плавает в крови, никакого подтарника, вообще ничего нет. Сразу за мясом, посмотрите, в картонном ящике сырые куриные яйца.
В грязном мешке гора чернослива. И чернослив тоже на полу, без подтарника. Тут же на полке много кефира. Срок годности у этого кефира истек 8 апреля. Да, все снято с реализации. Вот почему? Это. А вы кто? Первый вещец. Елена Ивановна. Это списание? Да. А чего сняли? Потому что срок годности. То есть это все просрочка? Это просрочка. Свинина свежая. Сегодняшняя дата 12.04. Свежая поручь с просрочкой. Заморозка рядом с коржами. Для торта. Это все. Никакой это информации не нет. Тоді навіщо зберігається? А тут же и тюлька холодного копчения. Коржи просто на ней сверху. Это не реализуется. 22 декабря на 45 дней срок годности. Это по середину февраля. Сейчас у нас середина апреля. Что на 2 месяца у вас? Потому что это просроченный товар здесь. Так как 2 месяца просрочка? Потому что мы должны отчитаться перед поставщиком. Ваша тюлька там 2 месяца лежит, разлагается. Распространяется бактерия, она семеняет здесь все. В том числе и десерт. Это тоже возврат поставщику? Нет, нет. А почему у вас стоят открытые десерты рядом с кучей просрочки? Это все выбросим сейчас. То выкидайте. Курица тут легла кардебалетом. Одна нога налево, другая нога направо. В кардебалете это как-то можно еще простить. Это гриль готовится. Рядом с курицей это что? Сейчас позову, не знаю. Ну, похоже на опилки, но это сушеный лук. Курочку ароматизуя. Тут в глубине опять яйца. Зеленый салат. И дальше пошли первые блюда. Где солянка. Они подаются? Тут борщ. Это надо спрашивать технолога. Вы не знаете? Вы же руководитель. Здесь курица гриль ваши? В супермаркете? Да. Продают. Да. Значит, ваше помещение. Значит, ваше. Значит, вы за него отвечаете. Как руководство. Видим порядок. Простите, если вы не можете 2 месяца списать рыбу, когда вы будете наводить порядок? Она вообще, ее надо выбросить. Эту рыбу. Так, це ж секундная справа. Возврат и просрочка здесь хранятся? Или есть отдельная камера где-то? Единственный холодильник. Это вот так вот. Здесь просрочка, это забирает поставщик обратно. Оно должно где-то лежать в холодильнике, но не в торговом зале. Оно должно лежать там, где лежит просрочка. А не поруч із свіжими продуктами. А вот и заморозка. А у Наталі Кудряшової свої неприємні знахідки. Это стеллаж с товарами для диабетиков. Давайте печенье посмотрим. Печенье срок годности до 2.03.16. Это печенье отправляется к нам в тележку. Оно просрочено более чем на месяц. А це ж спеціальне диетичне харчування. 2.03. Зато с самого краешку у нас стоит по 25.05 дата. То есть свежее они поставили впереди, а самое несвежее сзади. Мы выбрали все просроченное печенье этого вида к себе в тележку. Диабетики врятували. Подивимось інші відділи. Палочки. И эти крабовые палочки просрочены. До 1.04.16. Очень жаль, что такие товары продаются в этом магазине. Но очень хорошо, что их покупаю я, а не другой покупатель. Это тоже до 1.04. Такими темпами у візку скоро вільного місця не буде. А у Вадима на черзі морозильна камера. Если вас интересовало, как выглядит ад, вот это он. В нем все смешалось, тут все грешники. И туши свиньи, и набросаны вареники. Все просто стоит на полу. Про правила сберегания тут взагалі не чули? И дует еще ледяным холодом. А я думал, что в аду будет жарко. Какой-то полуфабрикат, похожий на голубцы. Под голубцами полуфабрикат домашней колбасы. Тут и куски мяса, смотрите. Бачок. Очень хорошо, что бачок. Когда он здесь оказался, неизвестно. В цьому безладі его вырешили и не маркувати. Ни на одном подносе с варениками никаких дат нет. На стеллаже набросано просто все. Тут и сливочное масло, и хребты лосося. Сегодняшней датой пробито. 12.04 их положили сюда. Свеженький. Рядом с лососем нарезанная буженина. Стикер супермаркета уже от времени слез. Когда оказалась здесь эта буженина, неизвестно. Прямо на полу, без подтарников. Очень много мяса, и свинина, и курица. Вот, смотрите, ребра. Сколько им лет этим ребрам?
безсмертні? Вот еще одни ребра. Но тут ничего не написано. Но можно пересчитать зато. Раз, два, три, четыре, пять. От я і пересчитав ребра в ковілі. Шкода, що термін їх придатності таким чином не вирахувати. А це хто? Їжа для песиків. Ну що це за кусок м'яса, взагалі непонятно. Давно обветрений, грязний, жуткий. А я как со спецэффектами стою, и пар еще носится вот этот вот ледяной. Тут можно играть что, где, когда. И ты не угадаешь ни что, нигде и никогда. Я не могу, тут же не пройти. Капустные листы с жопами куриц и рыбы. Класс. А это что-то сладенькое. А это на закуску замерзло. На закуску до цього безладу. Фу. Адский ад. На двери посмотрите, сколько грязи. Ни внутри порядка нет. Ни на входе. Здесь смешалось абсолютно все. И молочное, и мясное. И готовые блюда из кулинарии, и фрукты. Все черт знает, как хранится в ужасных условиях. Идемте в зал. Тут хоть тепло. А в зале продолжает собирать просроченные продукты Наталья Кудряшова. Сейчас пост. Говорят, надо в удовольствиях себе отказывать. Но правда, мимо сладкого, а тем более какао, я пройти не могу. Посмотрим сроки хранения этого какао. 13 мая 2015 года. Срок придатности до споживания 6 месяцев. 6 плюс 5 – 11. То есть в ноябре месяце, больше чем 5 месяцев назад, это какао уже стало просроченным. Поэтому оно отправляется к нам. Вторая упаковка точно так же просрочена. Давайте мы посмотрим, что здесь у нас. 25.05, а срок годности? А вот на этом какао уже срок годности 12 месяцев. Поэтому оно может оставаться здесь на полочке. Как видите, один и тот же продукт, но у разного производителя может иметь разные сроки хранения. Поэтому смотрите внимательно не только на дату изготовления, но и на срок годности, который указан на упаковке. А мы едем дальше. Ну надо же, пальцем небо, что называется. А вот эти вот яркие конфетки, яркие горошинки, которые так любят дети, ну и что уж там говорить, и взрослые тоже, я их тоже очень люблю. Но они просрочены в этом магазине. 15.03.16 года. Еще 3 дня и будет месяц, как они просрочены. Майже ювілей. Таких у нас 2 упаковки. Пока что 2 упаковки. Слава богу, что 2, а не более. Ну, это тоже немало. Адже одну з них могла купити дитина. Девушка, здравствуйте, можете подойти ко мне? Как вас зовут? Алена. А меня Наталья зовут, я эксперт программы «Ревизор» и «Страсти по ревизору». Смотрите? Да. А за сроками смотрите? Ну, да. А как же вот это вот получилось так? 15.03. Ну, идут и вылечу. Знакомая відмовка. А хотите... Мы организуем сейчас викторину. Вот я нашла у вас товар, который сегодня последний день срок годности. Знаете какой? Какой товар вы нашли? Да, у вас в отделе, вот здесь. Не знаете? Я вижу, что не знаете. Потому что если бы вы знали, если бы вы смотрели, я бы у вас просрочку не нашла. Смотрите. 12.04.16 сегодня последний день срока годности. Он еще может сегодня продаваться, но завтра уже нет. Ну, мы стараемся просматривать, просто бывают нюансы, что бывают богатые товары. Ну вот видите, мы с вами сейчас общаемся, да? Я стою, смотрю ваши сроки, а вы мне рассказываете про нюансы. Алена, это ваша прямая обязанность. Вот, пожалуйста, займитесь этим прямо сейчас, хорошо? Пока у вас нет покупателей и нет, как я вижу, другой работы. Тогда я буду спокойна за покупателей, которые к вам придут. Алена, у меня к вам еще один вопрос. Вы можете мне сказать, какая здесь дата изготовления этого набора печенья? Термин сберегания. Угу. Мы просто тут размылися. То покупцеві інтуїцію підключити треба. Как я могу знать, просрочено оно или нет? Вы можете знать об этом? Дивіться, воно 60 лет. Ну?
Так, дивіться. Набір осуді номер 9. Приїжджала 21-го числа. Алёнушка, це дата печаті цінника. Це не дата производства. Викручуйтесь, як можете. Даже сама Алена не может определить, от какой даты отсчитывать 60 дней хранения. Товар, на котором стерты сроки годности или дата производства, не может продаваться. Мы забираем его. Конфеты, сургучевая печать. А вот свежие они или нет, мы это узнаем сейчас. И что там пишут? Они не свежие, они просрочены. 11 декабря сделано, срок хранения 4 месяца. Срок хранения этих конфет истек 11 апреля, поэтому мы их забираем к себе в корзину. Это просрочка. Повернемось до Вадима. А продавцов нет, все разбежались. А вы есть? Да. Кулинария, колбасы, сыры и рыба, все сразу вместе. Купою сберегают, купою и продают. Это вашего производства, да, кулинария? Да, все наше производство. Ну, смотрите, на кровянке вот какой-то налет. Что это за налет? Жир. А если жир застыл, то сколько она здесь лежит уже? Не зрозуміло. Когда она сделана, эта кровянка? Сегодня. Откуда вы знаете? Покупатель видит дату 27 февраля 2016 года, что за дата непонятно, сегодня у нас 12 апреля, и какие-то коды. А когда она все-таки сделана, эта кровяная колбаса? Чи покупець це вгадати має? А скажите мне, биток «Три богатыря». Вот из каких богатырей сделали биток? Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец? Наверное. То ці котлетки для людожерів? Вы знаете? Нет, я знаю. А кто знает? Сейчас. Давайте найдем продавца-консультанта, что он мне нужен. Може, хоча б він нам відповість? Оля, ну підійди. Вас Оля зовут? Первый вопрос. Вот у вас битки «Три богатыря». Да, там входит три вида мяса. Свинина, телятина, курятина. И кто про це, крім вас, знает? Понимаете, что покупатель должен видеть возле каждого продукта. Як и дату виготовления, якої теж немає. Вот он приходит, смотрит на этих страшных перепелок, а они реально страшные, заморыши. И смотришь и думаешь, когда же они сделаны? Бо на вигляд вони давно вже мумії. У вас должен быть прокиражный журнал. Он у вас есть? Я на забірку не знаю. Вы принесете его мне? Вы должны знать, где он. А поки продовжимо. Вот смотрите, колбаса оливье. Кто-то взял, разрезал палку с колбасой и положил просто на прилавок. Она ведь даже не завернута. Почему не завернули в пленку? Забули, а колбаса обветривается и пилюкою пропадает. Каждый раз, когда вы надрезаете что-то, обязательно заворачивайте в пленку. Кто-то уверен, насколько чистая поверхность, на которой лежит колбаса? Никто не уверен. Я не уверен, вы не уверены. Поэтому давайте узнаем. Можно мне, пожалуйста, проверку? Конечно. Спасибо. Давайте проверим чистоту поверхности, на которой лежит незавернутая колбаса. Так, я помещаю результаты в питательную среду. И эту пробирку мы отправим в лабораторию. А уже в страстях по ревизору мы узнаем, что живет на этой поверхности в супермаркете «Слайга» в Ковеле. Брокеражный журнал появился или нет? Конечно. Нагадаем тут у кулинарии жодної даты виготовлення продукции. 12 апреля, кухня на торговый зал. Итак, написано. Котлеты рыбные, корейка. Сразу. А где кровяная колбаса? Когда она сделана, эта кровянка? Сегодня. А кровяной колбасы в этом журнале нет. А когда сделана кровяная колбаса? Сегодня. Но здесь ее нет. Значит, наверное, не сегодня сделали? Нет. Вы посмотрите пока. А мы продолжим ревизию. Морозильный шкаф с мороженым. Много разновидностей. А теперь ценники. Вы посмотрите на это количество ценников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 45, 46, 47 ценников на одном морозильном шкафу. Как разобраться, какое мороженое вы хотите? Тут можно час стоять и выбирать. Ну вот, допустим. Пломбир написано. И вот какой это пломбир? Как разобраться? Вот какой это пломбир, можете мне сказать? Сколько он стоит?
Невже це смішно? Ну, вот вы стоите сейчас, улыбаетесь. У вас приходит покупатель. Как он может узнать, сколько стоит мороженое? Цей супермаркет знает, как заплутать покупца. Вы не можете разобраться. И никто не разберется. Потому что у вас в морозильнике даже видно, что видов мороженого меньше, чем ценников. Намного меньше. Не 47. А ценников должно быть ровно столько, сколько мороженого. Он внутри еще какой-то ценник висит. Разберемся. Что у вас за ответ все время? Разберемся, разберемся. Надо было разбираться с самого начала. Че вы приходу ревизора чекали? Вы же целый день здесь находитесь. Это ваше рабочее место. Да, я знаю. Знаете, але чомусь ничего не робите. Идемте дальше. Проверю чистоту на молочной полке. Тут детские десерты стоят. На полке есть немного пыли, а пыли не должно быть вообще. На холодильнике. Пыль. Тут не вытирают. Хоча б мали б це робити. Стоят сырые яйца. Рядом с ними майонез. Сверху сосиски и домашняя колбаса. Куриные яйца не могут находиться на одной полке и даже в одном стеллаже рядом с другими продуктами. Про правильне товарне сусідство тут взагалі чули? На полках давно скочила краска и проступила ржавчина. Вы заставили все майонезом, но если убрать майонез, то вот, ну как на такое можно смотреть? После 18 числа приходит новый холодильник, потому что его треба давно менять. Слайги 10 років. И як це виправдовує товар серед іржі? Вот вы поставили майонез, заставили эту ржавчину, а майонез может максимально храниться при температуре плюс 18. Давайте проверим, какая здесь температура. Возьму сейчас наш пирометр, он меряет температуру на расстоянии. Температура у майонеза 16,5 градусов. С температурой у майонеза все хорошо. Перша добра новина в слазі. Идемте дальше. А тут чипсы. Я думаю, что чипсы любят многие, хотя это вредная еда. И вот меня интересуют эти чипсы внизу. Написано «Чипсы со вкусом курицы». Запакованы они 22 марта. Сегодня 12 апреля. А срок годности у них какой? Вечный. Это супермаркет делает? Нет. Це вагові чипси продають. У чипсов теж є срок годності, ви обязаны його ставити на своїй розфасовці. І не ризикувати здоров'ям своїх покупців. А Наталя вже перевіряє прикасову зону. Очень часто, когда мы и наши дети стоим в очереди, мы что делаем? Взяли батончик и пошли на кассу купили. Да, очень удобно. Редко кто задумывается о том, чтобы просмотреть сроки годности. Дата его изготовления 30.10.2015 год. Какой у нас срок его хранения? 4 месяца. То есть ноябрь, декабрь, январь, февраль. И 1 марта этот батончик должен был быть списан в этом магазине. Он ни в коем случае не должен был храниться вот здесь. А кассиры про це знают? Посмотрим, одна ли эта упаковка. А здесь прекрасный пример того, как магазин по невнимательности, я так думаю, заклеивает сроки годности своим стикером. 8.12. Он тоже просрочен. До 8 апреля этого года он был еще годен. Как видите, дату магазин заклеил. Поэтому он отправляется сюда. А еще я? 11.12. 8.12. Да тут все просрочено. Кошмар какой-то. Здравствуйте, вы кассир. Как зовут вас? Люба. Люба. А кто занимается прикасовой зоной сроками? Мы. А как так вышло? Как видите, у кассиров этого магазина ответа нет, почему тут лежит просрочка. Видимо, ждали нас. И взагалі не продивлялись товар. Сейчас я еще посмотрю эти. 11.04.16 года. Еще один просроченный товар на прикасовой зоне. 11.04. Эти батончики должны были сняты еще быть вчера. А вот такие вот желтенькие яркие батончики так часто любят просить у своих родителей дети. Да что там просят? Они их хватают сразу же, открывают и начинают кушать. Кто на сроки смотрит? Никто. Потому что покупатель и не должен смотреть на сроки. Это обязанность работника магазина. От тільки в маркеті Слайга цим обов'язком нехтують. Все, я здесь больше копаться не буду, и так вы видите, целую тележку набрала.
Добре, що цей товар купуємо ми, а не покупці Слайги. З вас 630 гривень. Пожалуйста. Вам, Люба, желаю быть более внимательными и не торговать просрочкой, потому что вы мне только что продали на 643 гривны просрочки. Всего хорошего. Вадимові теж час закінчувати ревізію. Ну, а теперь давайте посмотрим на алкогольный отдел. Здравствуйте. Вас зовут Наталья. Знаете ассортимент, который у вас предлагается? Ну, совсем пас нет. Вы давно здесь работаете? 3 года. Так должны уже знать все наизусть. Можно вас попросить вот 4-ю бутылку слева дать? Во многих супермаркетах продавцы и директора супермаркетов жалуются, что, мол, покупатели, неприличные, нехорошие люди, приходят и отрывают акцизы. Посмотрите, пожалуйста, на надорванный акциз. Ни один покупатель не может взять бутылку своими руками. Ее может вам подать только продавец-консультант. Знаете, что такое надорванный акциз? Знаю. Можете мне ее продать? Не, я не могу ее продать. Почему? Потому что акциз надорванный. Надорванный акциз приравнивается к отсутствующему акцизу. Вы должны ее не только не продавать, но и должны снимать с полок и возвращать поставщику. Проверьте, пожалуйста, все бутылки, чтобы такого больше не было. Да и хранить это в супермаркете тоже нельзя. Ну что, впечатлений очень много, и мы пошли совещаться с командой. Мы проверили супермаркет Слайга в Ковеле. Экстерьер. Магазин находится по адресу улица Петра Могилы, 2. Интерьер. Обычный для небольших магазинов. Расстояние между рядами достаточно, но есть и особенность. Алкогольный отдел стоит особняком у самого входа. Это товар повышенного спроса? Чистота. В зале, на первый взгляд, чисто. Но ржавые стеллажи и пыль на холодильниках очень портят это впечатление. Безопасность. У вас в подсобке одна небольшая холодильная и одна морозильная камера, в которых свалено все вместе. Просрочка и свежая, сырое и готовое, мясное и молочное, чистое и грязное. Подтарников нет. Маркировки продукции тоже нет. Кулинария. Ни стикеров, ни информации о составе продуктов на прилавке нет. Из кого сделаны битки 3 богатыря? Загадка до сих пор. Продукция собственного производства промаркирована неправильно. Сроки годности не указываются. Доверять качеству такого товара нельзя. Ценники на морозильной камере живут собственной жизнью. Я насчитал 47 штук. Похоже, что они у вас размножаются. Об удобстве пользования таким количеством ценников персонал здесь не думает. Правду о просрочке и прочих своих находках расскажет Наталья Кудряшова. Наташ. Спасибо, Вадим. В супермаркете Слайга я купила просрочки на 643 гривны. В зале я нашла полгода как непригодные какао. Конфеты. Расфасованные сладкие камешки. Крабовые палочки. И даже печенье для диабетиков. Все это с истекшим сроком годности. И даже в прикассовой зоне я нашла гору просроченных шоколадных батончиков. Вот они. Полюбуйтесь. Вадим? Спасибо, Наташа. В этом супермаркете слишком много проблем. Поэтому ревизор не рекомендует супермаркет Слайга в Ковеле. Наведите порядок.